Так, все переименовываю. Блин, подождите. Все, ребят, везде все переименовал. Китайцы у нас первыми начинают. Сейчас я вам все покажу. Вот здесь вот. На кибетике можете ставочки делать. Группа Innovation, Hero, Time Punk играет. Time Punk первым, потом Innovation против трех и Hero дальше продолжит. В общем-то, я напилил на экспрессе корейцы против китайцев. Сейчас Time против панка. Я думаю, что Time здесь фаворит. Восьмерик на девятку. На тайма ушла, короче. Все, сейчас приду, ребят, кому это интересно, пилите. Сейчас приду, ребят. Так, все, я здесь, ребят. Голос дублируется. А что он дублируется? Twitch, наверное, врублен, не? Не, ни хрена не врублен. Не знаю, что там голос дублируется.
Ну что, ребят, сейчас все начнется. Тиран на Зерк. Первый матч будет. Тайм против Панка. Ну, как по мне, Тайм фаворит. Кира фаворит на обычном сегодня. Как обычно, Life and Cup, как обычно, 6 игр, каждый с каждым. Ну, по Ликвипедии стоит Time против Панка, Innovation против Time, Innovation против Панка, Innovation против Хира, Хира против Time, Хира против Панка. Вот такой распорядок. Наверное, он будет соблюдаться, я не уверен. Поехали. Иногда, когда кто-то задерживается, там, Панк-то задрал, ты что творишь-то? Иногда кто-то задерживается, тут, ну. Меняется местами, естественно. Ну что, поехали. Таймчик против Панка, ребят. Два китайца первыми. Молодой Тайм игрок. Ну, видимо, не очень старый Панк. Вот. Будет очень интересно. Не пропустите. Зовите всех сюда. Innovation с Хира, CJ Хира из корейцев здесь будут биться. Еще. Такая интересная группа. Группа смерти и группа D, которая 22 числа будет играть. Ну, это на следующей неделе будет. Сегодня, завтра А, Б. Вот. И, видимо, четверг, пятница будет СГЛ, который в 16:00 обычно начинается турнир. Вот. В общем-то, со всеми мы этими делами разберемся. Сегодня Starline еще, ребятки, группа Братка, самая интересная группа из всех, наверное, групп, потому что там все, на самом деле, достойные игроки в плей-офф отыграть. Касс, Браток, Верди и Коу будут там биться сегодня, будет очень интересно. Шесть лингов, короче говоря, у Зерга. Здесь ЦЦХа, Рипер, ЦЦ-щика, Барак, первый реактор, второй строится. То есть это ранний передроп, Steam будет. Ребят, сегодня буду в спокойном стиле комментировать, потому что горло у меня умерло после вчера на турнике. Занимался под снегом, снег шел обильный. Промок, видимо, поэтому схватил простуд. Плюс еще долго комментировал вчера, очень даже.
Тянет зерк вперед крип. Третья хатка. Все абсолютно стандартно. Тиран подстраивает мариков. Сейчас полетит уже на реактор Старпорт. Зерк с этим уховером есть. Он все уже давным-давно спалил на самом деле. Рипер чуть дрона не словил, но панк успел заказать, кстати. Спорочку сейчас догрызает камни. В принципе, у панка все нормально. Крип есть достаточно далеко. Уже протянут вот здесь крип, думаю, вперед не мешало бы кинуть. Что и делает панк как раз под тайминг прогрызания камней. Почему так линги выбежали бы, рипера отогнали. Если что, если бы камни были, он спокойно криптумор отменил бы. Вот. Но у тирана... А вот. Все, пошли у тирана инженерки. Я думал, что тайминг будет побыстрее немножечко инженерок. И ничего умнее, кроме как через овера пролететь, тиран не придумал. Но, с другой стороны, зерк и так все понимает. Но, если вы первый вылет делаете невидимо, то зерк не будет держать все на том направлении, где тиран прилетает. Но зерк и так почему-то тупо резит. Смотрите, здесь можно ворваться неплохо, как бы. А зерк стоит всеми королевами здесь. Зерк думает, что тиран сменит направление движения. Нет, он не меняет. Заходит тир, надо сканить, стимпачиться. Скана не следует, криптумора в итоге не отменяет тиран, но он решил здесь побегать, покайтить с мариками. Не очень хорошее решение было. Ты ж королева живы, все живо. Тайм, конечно, кайтит, тут неплохо, но он не бьян. Да и бьян бы в такой ситуации. Во-первых, он сначала кидает скан, обычно убивает криптумора, чтобы... хотя бы минимум какой-то пользу уже извлечь из врыва своего. Во-вторых, он, ну, когда столько много лингов окружает, он улетает сразу же. Там невозможно раскатить просто в таком раскладе. Продолжает давить тайм. Панк что-то одни королевы линги. Беллинг Неста просто нету тупо. Марики держатся. Еще бы сейчас щиты бы были, так вообще бы убивал бы уже в мясо бы зерга бы. Минка прям кровам копается сейчас в наглую. Нагловатая минка, я бы сказал, такая. Сейчас королевы выйдут под ее рейндж, и королевы получат жбан по ходу дела. Мариков бы подвести не мешало. Прям за месяц щиты доделались, кстати, обратите внимание. Минка там двух лингов минусует. До сих пор Риперони жив. Ё-моё, нифига Рипер-долгожитель такой. Прям за месси участвует и живет все еще. Надо посмотреть, сколько у него юнитов-то завалено уже. 7, ну, бывает и больше. Ушел домой тайм. Казалось, сейчас задавит, да, панка? Ну, не задавил. Все-таки не получилось пробрить его полностью. Так, здесь забегание идет на третьей... Точнее, не забегание, а выбивание овера на третьей базе. Депорщики, стенка уже. ЦЦХ где? Вот она сейчас полетит. Грейды 2-2 заказаны. Вот армори уже есть в армори. Ничего, здесь покатушки только-только пошли, вы видите. Вот они. 2-2 делает зерк, газ не везде добывается, инфестейшн пошел, то есть будет хайв заказан в ближайшее время. Здесь газ добывается, макрохата пытается 3 часа занять сейчас. Рипер, куда ты летишь? 7, ты такой же долгожитель, не отдавай, ты вот так беспонтово. Хочешь, чтобы рипер... О, вылечили пацана. Он и сам не успел порегениться. А прикиньте, когда у рипера реген, еще медивак его лечит. Это же вообще супер быстрое выполнение. Либератор прилетел, 4 дрона выбито, но погиб, спорка его убила сейчас. Я не заметил этого момента вообще. Продолжается давление со стороны тайма. Жахнула минка по своим марикам. Медивак всего один, поэтому нормально не улететь всеми юнитами. Но лимита больше тайма сейчас. Реально больше, 2-2 доделываются грейды уже. Продакшн увеличивает в данный момент. 5 бараков будет еще раз, 2-3. И стеночку делает. Тут экстра сапплай нельзя кидать сюда. Его нужно кидать сюда куда-нибудь, я не знаю. Вот сюда, в эти депохи. Вот на мэйне в эту депоху. Эта стенка под ударом. Вот, например, стоят линги, где сейчас беллингов заморфит и... Ворвутся, минус 16 лимита просто будет.
Киверейт, если 2 года выживали, полностью оправдав их. Ну, это точно полностью оправдан, но он не успел вернуться из боя, чтобы пожить нормальной жизнью, потому что вот его забрали, видите, беднягу. Жаль, нельзя смотреть, сколько юнитов у него было завалено в конце. 96-110, панка-то больше стало по лимиту. Панка уже хайв готов. Ультра кеверн пошел. Газа, точнее, газа хватает пока 500, но что-то не хватает у панка минералов. У меня такое ощущение, рабочих маловато. Ему бы еще где-то 15 дронов бы добавить, чтобы 75-77 так вот рабов стало. Добавить газы на всех базах, как бы, и заживет тогда он нормально. Потому что 3-3 надо делать. Адреналин не делается сейчас еще пока. Так, передропчик. Дальше пошел. Здесь у нас что? Спасибо, только кружка там где-то. Так, хорошая минка. Здесь напрягает с третью, напрягает здесь дропчиком. Ой-ой, сейчас дропчик сгинет. Нет, не гибнет дроп. Здесь минки жахают очень неплохо. Дропчик погиб, сбили королевы. Минки ударили, забывает зерк про своих бейнов. Будет врываться, должен врываться. Иди на окно. Иди. Так, обнаруживаю, что здесь беллинги у нас тайм. Хороший сплит, я бы сказал. Пару мариков, конечно, погибли, но на самом деле минимум потерь. Ну, можно было тупо мародеров подставить, как бы тогда бы, наверное, никто бы не погиб. Так, здесь есть вижен от крипа, королева все видит, наказывают. Продолжает давить, сейчас ставим на мэне, медивак сбивается, лимит сразу проседает, вышли первые ультралы, еще пока мягкие эти, ой, как минки разваливают жестко бейнов, это просто что-то сейчас было с чем-то. Несколько мародера мариков здесь осталось, нужно их вылечивать, тут ультралы вперед идут, загружается тайм и улетает. Ну, было побольше био, можно было раскатить, хотя не, вот они уже с панцирем они, плюс 8 брони, сейчас 7 точнее, это вот сейчас будет 8, третий армор, кстати, заказал. Здесь крип бы надо выбить бы тирану. Вот он спускается, видит он крип, интересно. Пойдут постоянные дропы, но эти дропы какие-то бесполезные получаются со стороны тайма. Вроде как он и дропается, а толку от них минимум. Хотя вот сейчас шатает неплохо. Идет ультрал на крике, но здесь слишком много био. Даже ультралы с нынешней броней не способны столько био развалить. Кайтит, сейчас тайм убивает хату центральную, загружается, улетает. Не всех юнитов хотел забрать, мародер там напоследок тыш, стреляет просто по всем. Вот. Зерги повсюду, так стреляйте, повсюду по принципу Тора действуют. Из компании какой-то, Ходса, по-моему, да, где там доп-миссии вот эти на мутацию. В центре планетарочка пошла. Ну, 150-129, как-то вроде как игра идет, ну, вот, в лоб чисто. Игра без вот, со стороны зерга, в чем минус? Маловато разводов. Зергам сейчас нужно что там? Постоянно забегание сюда напрягать, там, линго-беллингами. Дроп лингов каких-нибудь на мейн 8 штучек дропнуть. Беллингов он сюда на вторую, сюда куда-нибудь, я не знаю, оверами. Это все доступно сейчас и
принципе, если уровень есть, это легко достаточно делается. Ультралы лезут вперед, но здесь слишком много либераторов. Затрансфьюзил фанк ультралов, полиамид сравнялся практически. Ну чем либераторов-то выбивать, непонятно. Так, все, караптеры налетели. Биодемеджены, а караптеров достаточно много, но на ультру больше трансфьюзов не будет. Минка делает бабах очень жесткий. Один все ультралист живой. Нужно сваливать на крип. Королеву этим чудом на одном хп вообще королева выживает. Здесь хатка восстановлена, но придется отдавать эту хатку. Короче, отошел в зерк, потом опять пошел вперед. Так лучше бы не отдавал позицию тогда здесь. Че убегал-то? Там настолько дэмэджа на био, что линги умудряются все сгрызть. Караптеры шатают вообще всех либераторов. 128-117. Панк еще здесь, смотрите, отогнал тирана. Так еще и у тирана нету медиваков. Смотрите, у него всего один. В продакшене, правда, три. Он понимает, что вот это все дело надо лечить, а его нечем лечить, это био. И ресурсов у панка много. Сейчас надо просто больше инъекций делать. У него нет королев. Смотрите, на хатах нет королев инъекций, то есть нет. У него тупо нет личинок, чтобы потратить 1400, блин. Это косяк очень большой. Опять забегание прошло. Здесь, кстати, дистанс майнинг можно сбить. Вот часть лингов согрелась, все правильно. Надо подгрызать. У зерга два кукти, третий бы кукой сделать. Видите, даже линги не так быстро КСМ грызут, как могли бы, потому что у них армор превосходит атаку зерговскую. Так, здесь линги грызут. Как долго падают действительно эти КСМки, а? Адреналина нет. Вот это косяк, ребят. На такой стадии забыть адреналин. Где-то пиу-пиу я слышу. Вот здесь либератор только что пиу-пиу делал. Караптор сбил 17 дронов. Погодите, это он всех 17, что ли, уничтожил? Я чуть не понял. Нет, видимо, не он. Адреналина отсутствует. Но адреналин, короче, сказал зерк. И печалька. Без адреналина линги не так эффективны, естественно. Идет вперед панк. Караптеры либераторов не могут быстро всех выбить. Ультра живо. Ой, как мародеры Бейнов сейчас прессуют. Караптеры падают. 126-120. Как-то на клике зерк решил подраться, а тирана реально много там было. И тиран умудряется здесь прогнать. Здесь вот на орбиталку. Видно, что орбиталка. Можно даже что сделать было? Вот сюда забежать, эти камни прогрызть. И здесь забегание через вот эту низменность сделать просто. Низменное забегание. Так, камни пробивают. Красавчик тайм. Очень четко, очень вовремя он это сообразил сделать. Падает хата. Пока ультра обходила, прошло реально много времени. Так, здесь королева, конечно, все забьют. Хотя нет, смотрите, бил вниз, дропается. Блин, что за дичь вообще? Тиран зерга сейчас развел вообще жестко, на самом деле. Караптеры летят, караптеры не отдают. Ультралы бью, шаток бейлинги падают. Королевы где-то сзади. Ультру трансюзнуть бы немножечко не помешало. Но зато на трех сразу хату отдает. Да что такое-то? Лучше бы не трансюзил ультру. Смысл ее было трансюзить, если отдал на автомате эту хату. Что-то у меня пинг 0 показывает. Странно. Но дропает не меня. Дропает китайчика какого-то. Не знаю, кто это. Хрена у меня на Твиче Steam Liquid народа пришло. Привет всем на Твиче.
Ну что же, такие дела, ребята. Тайм победил первую игру, ждем вторую игру. Хорошее такое ТВЗ было, я скажу, побегали неплохо. Составить смогут ли китайцы конкуренцию корейцам, вот это вопрос. Хороший, конечно. Я что-то не уверен, что смогут. Так. А, это ЛФ-каста дропало, кстати. Может, в скайпе спросить. А, вот, все, пришел он. Так, где он там, я не понимаю. Акап поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: Помни, поздравляю с днем зачистки Улюкаева. Спасибо, Окунь. Давай без фальтота, а то сейчас экспертов набежит. Вот. Скажу только одно. Все это очень странно, потому что они все там родственники и друзья, как бы. Там можно всех сразу просто с калаша, мне кажется, косить с одного рожка, как бы, всех. С одного магазина, точнее. Рожок это он к чаю кушают. А лучше с нескольких. Давайте без политота, ребят. А то будний день, и как бы сейчас будет жестко очень. Хрена у меня на Твиче 30 человек, просто никто не стримит. Поналетело иностранцев по ходу дела. Ну, посмотрим, кого там где Innovation разделает. Пока что Time разделывает Панка, но игры очень-очень близкие, я вам скажу. Погнали. Time Punk. Карта Галактический процесс. Внизу Тиран, сверху Зерк. Посмотрим, что за билды изберут. Я пока FP, надо чайку налить. Всем чайку, как говорится. Я говорю, одного магазина не хватит. Надо этого
Сухорукова с Максимом, короче, из братана второго просто и машину. С водяным охлаждением, короче. Надо как в Корее из града, не читай желтую прессу. Про Северную Корею это полная чушь, как бы. Там даже уже опровержения были давным-давно про это все. Как бы та хрень пошла из какого-то южнокорейского источника, который перекопировал какой-то нью-йоркский журнал там и... Короче, этот бред полный. Так, Mass Reaper от тайма, ребятки, давайте по игре. Вот. Здорово, ТЗЗ, здорово всем, ребят. Вы помните про то, что поддерживать нужно мой канал лучше, ребят. Отключайте от блоки, подписывайтесь на премиум. Ботанишки. Fucking English comments. Не, I can't. Как Стефана когда-то упоротый лежа в Швеции около... В Йончопинге около клубака облеванный говорил I can't. Когда его Брюс трепал и говорил you must go там или что-то там такое. Так и я I can't. Так, риперы прилетают, начинают шатать. Королева получает достаточно много уже дэмэджа. Пол хп минус. Риперы не продэмэджились даже до красна, ни один. Ну, прикинь, ты их куда ты прёшь, ё-моё? Пусть зелененький под... Вот надо паль... Вот как вот мне тираны эти вот такие... Вот, Бьяна врубают, ну... Бьян-то все по уму делает. Дэмэджин и пусть постоит. Пусть зеленый танканет. Так, риперки на хг попёрли. Здесь есть линк. Так, одного пытался подрезать, не получилось. Королева пытался задэмэджить. Ну, кстати, получилось задэмэджить. Очень хорошо, минус королева сейчас будет. Живая еще одна, мув будет через 9 секунд готов. Без роуч ворона пытается зерк отбить. А в последнее время, ребят, три барака рипера, и когда зерги без роуч ворона отбивают, это на самом деле очень печально обычно кончается для зергов. Да добей ты криптумор этот, черт побери. Вот, ему надо минуснуть. Криптумор надо минуснуть. Криптумор минусни. Гранатки сюда кинь. Гранатки не кидает. Нахрен ты крипто даешь ему распространять дальше. Какой-то хаотичный, блин, этот тайм. Гранаты вроде кидает. Вроде все нормально делает. Спускается риперами вниз. За минералами риперов вообще с гранатами невозможно лингами окружить. Вот в тыл забежать сюда. Нужно лингов заводить, если ты лингами пытаешься что-то отбить. Нужно лингов в тыл обязательно заводить. Почему? Они будут со спины дежурить. Во-первых, вот этих всех прирост выгрызать. Вот как сейчас происходит. Во-вторых, они как бы не дадут риперами так контролить просто жестко. Вот можно риперов обвести в бок, тиран даже не пытается переконтролить. Ну что за ошибки такие бредовые? Сейчас вместо того, чтобы гранаты кидать, надо королев было дэмэджем забрать, как мне показалось. Так, еще один рипер минус. Так, гранаток своих же сейчас тиран отдается. Что он делает, а? Я вообще не понимаю. Хотя не лингов, смотрите-ка, всех расконтролил, раскрошил просто в труху. Риперы все еще строятся. Здесь ССЧ уже третья. Вторая готова. Рабочие переведены. Пошел реактор первый. Все уже съезжает с риперов у нас тиран. Судя по всему. Цикорий пьешь. Блин, сам себя что-то тиран взрывает. Риперы все красные, нужно зарегенить их немножечко. Здесь у нас уже реактор на факте, две инженерки, 1-1. Смотрите, секунда в секунду, разница 3 секунды всего лишь. По грейдам, стимпак пошел. Короче, все хорошо у тирана, то есть риперы свое дело сделали, но контроль тайм... Чё за хрень? Опять кого-то дропает. Контроль тайм как Бьян, он бы, наверное, риперами уже убил, но контроль тайм как Бьян, он бы и был бы, наверное, тогда Бьяном, скорее всего, практически, как бы, да? В этом-то и суть, в этом-то и сила Бьяна получается.
Так, опять ЛФК-ка дропает. Ну, нужно досматривать, ребят. Сейчас я стану популярен, как китайцы ко мне на Twitch придут. У меня даже партнерки нет. Миллион человек. Так, прохарасил риперами третью, еще чуть-чуть. Гранаты под королев накиданы. Ну, тут королевы с трансфьюзами, как бы, энергия есть, поэтому все в порядке. 40-41 по рабам, 64-73 по боевому лимиту. Риперы, кстати, не погибают вообще. Третья ЦЦ-шечка уже полетела, можно было бы хоть слизи бы разлить бы внизу. А, какая слизь лейера-то еще даже нет, ё-мо, даже лейера у Зерга нет. Вот он в каменном веке живет просто в каком-то сейчас. Пошло армали для 2-2 грейдов. Так, простуда не прошла, все, я трепаю. Сейчас гранатка одна из случайно упадет сюда. Да, минус криптумор будет на халяву. Даже не видел этого тиран, но гранаты наносят дэмэдж криптумором. Триперами можно крип было подконтролить. Тут как-то дает крип растянуть. Так, стоят рипера. То есть надо было всю игру контролить, чтобы потом так бездарно их отдать. А риперы, между прочим, к первому выходу, вот этот вот выход идет с мариками, риперы с гранатами там просто, ну, очень замечательно дополняют его, потому что ты жмешь этими всеми ребятами Steam, кидаешь гранаты под лингов, и там так разваливается все жестко. Так, что-то тут постимпачились. Пацаны постреляли. Здесь тоже дропчик летит. 2-2 даже раньше у тайма будет у нас готов. Минки дропаются. Хорошо жахнули минки. Беллингов минуснули. Но марики улетают наверх. Здесь тоже передропы идут. Можно куда? Я не знаю. Вот сюда дропнуться крип, что ли, почистить. Либо камни пробивать уже. Я не знаю, что тут делать даже. Отсюда надо сваливать. 4 марика всего плюс королева достает. За газ можно дропнуться сейчас. Что и делает тайм. Ну, фанк видит все это прекрасно. И здесь шата не идет. Медивак минус. В это время пробитые камни будет, наверное, 6 часов вот этой ЦС-шечкой занимать новенькой тиранчик. 2-2 готово. Надо 3-3 заказывать армор на технику. Фугасы забыл, вспомнил про фугасы. Что, ребята? Ой, как минка жахнул! 22 юнита уничтожено сейчас. Это жесть просто. 22. Прогрызают марики. Тут, точнее, линги все. ЦЦХ занимается. 134, 128. В это время дропчик на третью идет базу. Медивак упадет. Упадет медивак. Да, упадет медивак. Ну, королеву за это будет наказано.
Здесь у нас дополнительные все выходы идут. 3-3 делаются, Грейда, это хорошо. Здесь Ультрал Кевер, ну, какой-то поздноватый он, как обычно. А мейне вообще 0 газов. Где зерг газ-то добывает? Здесь 1, здесь 2. Один вообще газом мало зерг добывает. Ну, ему минералы больше нужны были на этой стадии. Так, врыв идет через центр со стороны тирана. Либераторов 3 штучки здесь есть. Надо их дальше раскладывать, чтобы беллингов выманивать на них. Судя по всему. Так, минки, мародеры падают. Что-то лаги какие-то сегодня идут знатные, я бы сказал. Не знаю, кто и лагает. У меня с пингом вообще... А нет, смотрите, прыгает пинг. Да, походу здесь я даже лагал сейчас. Так, либератор по королевам выдает нормально дэмэджа. Подходит прирост очень жесткий. Кстати, здесь закрыты депошечки, они автоматом идут через 6 часов сейчас, поэтому... 159-113, либератор на третьей базе, здесь ничего нету. Ну, либератор зато, смотрите, перераскладывается, он просто задолбал напрягать уже. Все, спорка сейчас выбьет. Ну, по лимиту катастрофа, 98-52 по боевому. Судя по всему, это 2-0... Так, здесь контур забегания, камни вот эти были уничтожены, но оно ничего не изменит уже, это забегание, потому что здесь минус зерк, как вы видите. Тем более 3-3 через 20 секунд будет готово, а это поставит точку уж точно. Да и тут нечем отбивать, один ультрал смешной, что ли, да, вообще нет ультралиса. Потери давайте глянем, потери, вот они. Либераты уже на ХГ разложились. ГГ пишет панк, изи тайм, изи ставочка на кибете по приколу. Здорово, Айверс, какой же рандомный юнит минка в ТВЗ. Конечно, это не мехом окликать вперед. Хотя мехом тоже не всегда окликать надо. Иногда надо и поконтролить маленько. Ну, китайцы, кстати, вот уровень у китайцев реально повышается, что меня радует на самом деле. Вот.
Так, все, Innovation пришел, ребятки. Вижу, сейчас начнут черкать карты. Захожу в группу. Вот он, Innovation. Ну что такое-то? Хрена себе, Innovation топ-1, первое место в корейском ладере сейчас в данный момент. Интересно, а Hero, это тот Hero на шестом месте, который сегодня будет. Innovation просто зверь, конечно. Бист, бистяра, блин. Привет, это же Брингер по 100, всем привет, короче. Такие вот дела, 57-10, причем статус Innovation. Ну, я так понимаю, самые жесткие про они редко ладер катают, то есть не надо на это смотреть. Так, за Инет надо заплатить будет, блин. Скоро Инет кончится. Так, короче, что-то там не то. Или я не нажал сейчас в готовности, я что-то не понял. Пока смотрел в бок. Надо скидывать еще премов 10 купить. Топ-13 лайф. Да не надо смотреть на топ-ладера там. Стрэндж молодец, да, тогда зашатало лайва, но вопрос в том, что это был еще как бы... Получается, ну, сервер не корейский. Все. Ну, хотя как там, на одном не получится играть. Блин, не позанимался сегодня. Вот. Горло убитое. Такой приболевший. Решил физуху пока жесткую не давать на улице. Да и запись кончилась. Домой прибежал побыстрее сегодня. Не знаю до скольки. Без понятия до скольки пойдет этот турнир. Но обычно часов до 6 он где-то идет. Хорошо бы если так. Потому что... Тогда часик ФПХи и как раз-таки начнется Starline уже. Вечером после Starline я особо ничего не вижу. Так, это от Innovation мы смотрим, да?
работать. А нет, там топ-докс есть вечером, турнир такой интересный. Ну, посмотрим, стримить его или нет. Ресет готов. Ресет готов. Ресет готов. Стрейт опять это самое там на топ-доксах этих, а из-за них и не получится прорваться, возможно. Здорово, Антух. Баньки, в последний раз был я, наверное, чуть больше месяца назад. А до этого не был больше года. Из-за травмы, потому что со связками нельзя с травмированных в бане. Но надо было еще залететь. Двигается Рипер вперед. Ой, тайм теряет Риперка. Сейчас просто на муве. В итоге навычно 2 игилек. А здесь ни хрена. Ну, чайник такой, пару кружек полных, даже побольше можно. Пристройка завершена. Так, ну тут, короче говоря, танчик Марики, Медивак, Инновейшн залетает в это время в центре геликами контролирует. Хорошо, Инновейшн тут минус КСМ-ка сразу. И еще две. Минусует, три. Ё-моё, как же больно. Как же больно. Рабочим 5 просто КСМ-ок минуснул Инновейшн. И давайте он сейчас еще уйдет вниз. Да, он уходит вниз. И просто еще шестую сейчас заберет. Стопудово, я вам говорю. Просто это Innovation. 7 КСМ-ок, 7 уничтожено. 21-30 по рабам. Это автогг на самом деле. Вот если этим врывом ничего не... А что тут получится сделать? Здесь все то же самое. И исполнение лучше на самом деле. Все, пишем ГГ, выходим, называется это. Innovation вообще не отпускает, просто как он бомбит его, это жесть, какой АПМчик. АПМчик вообще одинаковый почти. Чуть-чуть ФП, давайте от Innovation дадим. Не, ну тут куда-то Innovation нагловато лезет, я вам скажу, если честно. Можно было и дожать, как мне показалось. Тут Innovation отдавался на халяву. Но все у него по экономике лучше все как бы по всем параметрам. У него уже тут меняет все местами. Третья цешечка пошла. Так, здесь дропчик циклон плюс три Марика идет.
минус. Тут Викинг был молодец, развел. Сейчас тайм, кстати, смотрите, парабам-то почти нагнал, по лимиту почти нагнал. ЦЦ-шечка раньше. Блин, тут тайм еще выравнивает ситуацию. Ну, Innovation решил, что все, тайм мертвый, и надо в плане, в смысле, не в плане мертвый в этой игре, а в плане он мертвый просто. В принципе, он решил его унизить, наказать просто. Погнался сзади в центре, но вот на рампу сюда он зря тогда заходил. Надо было просто отступить назад, преимущество он уже здесь дикое получил. А в итоге он здесь наотдавался, и для тайма это было хорошо. Здесь надо вычинить первое викинга, второе медивак. Это тут этот гелик, и можно тоже отчинить, не мешало бы на самом деле. Циклончик там какой-то пошел ожидать кого-то. Ну, тут так, здесь реакторы строятся на барак, и бараки добавляют. Здесь реакторы даже раньше, кстати, у тайма. То есть он еще по лимиту может нагнать и обогнать даже оппонента своего. Вычиниваются медиваки. Чего не вычиним, до конца 55 осталось. Так, пошли мулы на третью базу. Медивак так и не дочинил, а зря не дочинил. Innovation летит вперед. Кстати, криво летит, смотрите. Викинги. Викинги его оппонента автоматом разваливают викинга Innovation. Если бы еще тайм бы реагировал, он бы мог медивак за залп попытаться забрать там или еще викинга. Так, здесь медивак так и не вычинил почему-то. Steam сейчас доделается, щиты заказаны. Нет, а здесь заказаны. Щита здесь, да, заказаны. Молодец, Innovation. 1-1 у Таймакс тоже не позже, а даже чуть раньше, чем у оппонента делаются. Ну, щиты, где щиты? Steam доделался, заказывай щиты. На ровном месте просто начинается отставание. Здесь делают, смотрите, а здесь ни хрена. А вот, пошли щиты. Ну, разница тут 15 секунд, это фигня на самом деле. Это поправимо все. Главное не успеть отдаться за 15 секунд, когда у оппонента будут щиты. Но это фантастика. Ну, такое бывает в StarCraft'е на самом деле. Рабочих разница 10, надо бы тайму тоже отстраивать. Innovation уже газ на третий начинает добавлять. У него армори, у него 2-2 будет заказано, тайминг идеальный. Здесь тоже армори. Но здесь уже доделываются. Вот мог бы 2-2 уже делать. Видите, газ позже, позже армори, все позже. Но тут даже, наверное, дело не в газе, а во втыках, скорее всего. Идет вперед сейчас тайм. Innovation идет тайм, и в итоге, смотрите, Innovation на халяву просто приходит ко второй, к третьей базе тайма, где ничего нет. А тайм забуксовал, ё-моё. Это катастрофа, то есть Innovation халявную позицию сейчас занимает. И для тайма это как ГГ, почему? Innovation перелетит сейчас прямо к продакшену на хайграунд и все. А здесь пока тайм будет третью убивать, пока сюда подлетит, ребят, это пройдет много времени на самом деле. Плюс лимита боевого у него меньше. У Innovation уже там накопилось на мейне. Мариков много. О-о-о. Короче, 1-0 Innovation. Хотя тайм почти выправил на самом деле ситуацию. Так, Game Sound. А что, бро? Так, подождите, что просит. Говорят, игра, сейчас. Game sound. Сейчас я посмотрю. А, здесь у меня, да, наверное. Ну, так вот можно сделать, потому что на... Азия, на Азии настройки сбились. Вторую игру ждем. Следующая после этой пары будет... Так, пошел инвайт, короче. Сейчас я вам покажу все. Далее у нас будет тут Innovation Time, потом Innovation будет Punk против китайского зерга. Innovation будет биться. Интересно, какое сопротивление он вообще сможет оказать. И потом Innovation Hero, центральный матч, и Hero против китайцев дальше будет. Кому интересно, можете на кибетик заходить по приколу. Так, что-то он опять не хочет открываться. Ставочки все есть, кому это интересно. Меняю захват, что-то
кто-то не нажал готовность еще. Тайм что-то из группы вышел. Что тайм-то вышел из группы, не понимаю. Халявные коэффициенты реально на корейцев, я смотрю сейчас, как бы, и надо заряжать, я понимаю, реально просто. Так, тайма нету. А, тайма отдельно от группы заходит, все ясно. Так, а они есть ставки. Лайфенг на кибетике на СГЛ всегда ставки пилит, на самом деле, так что можете ставить, ребят. И помните про то, что адлоки нужно отключать, подписываться на премиумы, вот, и поддерживать меня и мой канал. Рекламу я пильнул сейчас на Твиче, у меня просто сегодня из-за того, что никто не стримит, больше людей чуть ли не больше, чем на ГГ, почти 400 человек. Тайм сдался, вот он дает. Или ты мне что-то вбрасываешь? Так, как у тебя нет на кибете? Я же вот только что показываю. Вот, открываем StarCraft, здесь все есть, как бы. О чем ты говоришь, вообще не понимаю. Может, у тебя сам кибет не открывается? Фригейт ставь-то, ну, я хз. Ну, китайцы бывают иногда, они любят поныть, там, большой пинг, пинг 150, большой пинг, там, типа, играть плохо, ну, бред загонять такой, ну, я не знаю, как бы, здесь пинга я не вижу какого-то большого, ничего вообще не вижу. А, ты про группу Старлайна? Я понял. Про группу Старлайна. Нет, не знаю, короче. Надо спросить.
Так, сейчас я Starline. Напилю я. Нет, тайм здесь, инновейшн 1.0. Погнали. Игра приостановлена. Четыре стол тайма МС. Игра возобновлена. Все, возобновляется игра, не знаю, у меня 300, как бы, это нормальный расклад. Опа, прокси Барахи, прокси Рипер от тайма, а здесь газ первый. Ты бы поднялся на этих ставках. Ну, сейчас я попрошу специально, чтобы, если, ну, если вопрос в том, чтобы ты поднялся, то, походу, запилят их, да? Я хз, короче, отписал, что там будет, я не знаю. Два барака. Здесь барак, но здесь факта будет быстро очень у Innovation, очевидно, да? Чё ты там приуныл-то, Чарлик? Вот, быстрая факта, и это значит, что риперами тяжело что-либо сделать будет. Хотя, попытаться можно. Факта сразу пошла. Здесь рипер факта, да? А это что такое? Опа. Интересно прям. Это два барака мародеры, похоже, с фугасами. Мародеры с фугасами, они имели место быть раньше, как бы, да, билд этот. Но, посмотрите, две депошки, почему они так стоят? Сделают и на рампе. Хотя, в принципе, риперу пофиг на депошки, да, с другой стороны. Ну, кстати, два барака мародера, это прям интересный расклад, потому что они могут зайти и начать больно делать. Лагает там у таймыч, не знаю, у меня 300 пинг, 350 стабильный стандартный пинг. Ну, на лайфенге частенько такая хрень происходит, на самом деле, поэтому, ну... Да не, я как бы шутил, на самом деле хрен знает, что там запилят или нет. Я просил ставки пилить здесь на Starline. Так, заходят мародеросы. Пошел бункерец в стенке у Innovation, кстати, этот бункерец. Хорошо контролит, кстати, когда здесь мародеров у нас. Тайм. Ну, нужно аккуратнее быть. Вот гелик очередной вышел. Хорошо, до какого-то момента он контролил. Потом начал контролить уже не так прям хорошо. Сбривает рипера. Попытался достроить. Не, ни хрена здесь не достроить. Готова минка, нужен скан сейчас обязательно. Без скана нельзя на минку заходить. Мародеры это все новые и новые идут, между прочим. Так, пошла депошечка еще. Скана очень долго не будет, на самом деле. Так, еще одна минка выходит.
19, интересный билд получается. Через 4 секунды будет скан. Нужно какую-то минку, правда, одну забирать. Так, минки навыбивал здесь. Неужели пробреет? Так вот, нелепо. Не, что-то залез вглубь обороны. Это была ошибка. От тайма. Еще одна минка выходит. Куда ты идешь-то, мародер? Все один. Ну что за тайм за ошибки делает глупый? Сейчас я понятия не имею. И почему не запилен бункер до сих пор у инновейшена? Еще один залп, и все равно мародеров строят. Короче, Innovation отбился. Здесь уже давным-давно надо было съезжать с этих мародеров, пытаться. Кстати, их много строится. Нужен просто скан на рампу сейчас опять, чтобы минки выбить. Реально, четырьмя мародерчиками можно это сделать. А, здесь уже три минки, ё-моё, здесь целое минное поле. Куда ты ломишься-то? Одну минку вывел. Здесь банша с инвизом. А здесь что? Здесь дропчик мариков минки готовится. Полетело все это вперед. Innovation реально наглеет. 5 мародеров, 10 бараки полетели. Вот сейчас нужен скан. Если сейчас тайм зайдет до танка со сканом с очередным, то тогда он может выиграть просто эту игру на самом деле. Ну что, скан-то есть, заходи. Летит вперед, а здесь ни хрена вообще нет. Вот одна минка. Скан кидай. Нет бы кинуть скан. Одна ж минка видно всего. Да. Короче, китаец что-то тупорезит здесь. Скан не кидает. Здесь минус мейн, хотя циклон может помочь на самом деле. С КСМ-ками, я думаю, циклон обязан отбивать. Ну, захват Марика идет вместо того, чтобы медивак захватить спокойно. Так, заходит таймщер. Ну вот, вот, не своевременно все делает. Кинул бы вовремя скан, было бы все замечательно. По мародерам залпы идут. Здесь все-таки отбивается тайм в итоге. Прилетает инвизная банша, нету. Скану инновейшн. Кстати, хорошо здесь наваливает, я вам скажу. Скана пока и не будет. Через секунду только скан будет. Баншу уведи, ну... Какой же он мертвый, а? Это банша победа была, но... Он не законтраливает. Ну, тяжело винить, конечно, при игре с Innovation игрока. Ну, Innovation тащит как может. Китаец же, ну, не тащит он как может, реально. Он отдается просто нелепо как-то. И все, у него там пинг, короче, какой-то ему мешает, короче. Ну, 631, это жесткий пинг. Так, ну тут Innovation погнал уже 44-31 по лимиту. Банша залетает, а толку здесь есть туретку уже и ничего не сделать. Минус банша. 2-0 Innovation, ребят. Все-таки... Ну, тайм молодец. Интересный такой, кстати, билд. Он пока... Во-первых, он показал интересный билд. Во-вторых, была равная игра до какого-то момента. Может быть, действительно, у него там лаги были жесткие. Я не знаю, в чем там прикол, но не получилось тащить все-таки здесь.
Последним залпом, кстати, добил сейчас циклона у нас тайм. Большой пытается отбиться, кстати, отобьется. Большой, между прочим, у тайма-то есть вторая база, в отличие от своего оппонента, у которого она отсутствует просто. Циклончик вычинен, здесь все вычинено. Ну, блин, циклон от инновейшна пришел и минуснул. Привет, Акирыч. Годы фул. Записи выложены уже на главное, везде они выложены. Вчера я оставил. Можете смотреть. Смотрите, разница 10 лимита, но здесь так я рано похоронил таймап. Смотрите, здесь одна ЦЦшечка, то есть Innovation фактически улынить сейчас вынужден будет. А здесь ЦЦхи-то две, то есть отбейся тайм вот сейчас, вот у него все нормально еще может реально быть. Причем у Innovation, да, у него копятся сканы, у него ревен делается, но тут главное, чтобы огневой мощи тайму хватило. Ну, ему бы бункерец бы не мешало бы запилить, он этого не делает. А зря он этого не делает. База атакована. Так, барак падает. Ну, вот последняя атака от Innovation. Если тайм отбивается, у него все ок здесь будет. Вылетает вторая уже банша. Викинг летает. Так, здесь циклоны плюс... Так, танчик очень сильно нужен второй сейчас. Тайму. Танчик в сич ставь, куда он намует? Ёма, в сич криво танк ставит. Пошла атака, баншам, инвиз, КСМ-ок выводи. КСМ-ок выводит как-то поздновато. Ой, танк надо бы вычинить. Танк вычинивает. Ребятки, это 1-1. Охренеть просто. Тайм вообще молодец здесь. Инновейшн пробревает просто и все. Это респектон. Тайму просто заказан стимпак. Марики сейчас викинга собьют, Innovation не законтролил. Выводится еще сюда прироста некоторое количество. Рейвена Innovation теряет, это вообще катастрофа без Рейвена, без автотурели. Вообще что-то Innovation навтыкал здесь и проиграл, приколите просто. Я уже похоронил, но я не учел тот факт, я вообще не обратил внимания на то, что у Innovation просто нет ЦЦшечки второй. А у тайма есть, и он пришел на мейн, залез, отдался, как бы там грамотно тайм, кстати, сконтролил все. Викинг есть тут тайма, Innovation пытается. Если Innovation здесь дожмет, то Innovation просто респектовый будет парень, но он не дожмет уже никого. Чарлик, он пришел дрыхнуть, смотрите. Сейчас я на секунду отскочу, потому что чаечек что-то попер прямо из меня. Так, третью карту жмем сейчас. Спасибо, Юрий, кстати, Бзику за то, что помог с оформлением. С оформлением. Ликвипедии для данного турнира. Так, Innovation отменяет запросы в готовности.
Все, сейчас игра начнется, я на минутку отойду буквально и продолжим. $450 на Твиче зрителей, это успех, ребята. Но толку от Твича, к сожалению, мало, потому что как бы поддержка вся через ГГ идет, и даже там партнерки нет. Кстати, надо пилить эту партнерку по ходу дела. Все, игра грузится. Сейчас я на секунду отскочу буквально и приду. Innovation Time, третья решающая игра. Надо еще свет включить будет сейчас. Все, секунду, ребят, буквально. Все, ребят, я здесь. Поехали. Извиняюсь, чайку попил. И чаечек попьёр. Так, здесь Смариков начало у тайма, между прочим. А как бы он отбивал, интересно, два, там, три барака риперов. Я даже хз. И Innovation спалил, что Марику, и Innovation рипер ЦЦ-шечка ранняя. Это только вторая игра, между прочим, на сегодня. Innovation против Тайма. Дальше будет Innovation против Панка, потом Innovation против CJ Hero. И потом CJ Hero против китайцев будет биться. Ну тут Innovation пытается что-то рипером прыгать. Увидит тайм рипера. Увидит тайм рипера. Минус рипер. Хорошо. Ничего даже не спалил особо. Так. Марики Минка плюс гелик. Сразу же лететь ни в коем случае нельзя будет медиваком. Нужно вылечить вот этих трех мариков обязательно демедженных. И потом загрузиться. Так, ну тайм вообще ничего не было. Это ошибки на самом деле. Подождать. Подождать немножечко времени, подлечить было бы значительно лучше. Смотрите, здесь встречают 6 мариков целых. Ну конечно, если марики, если здесь дроп под них будет, это сразу разгром будет. Так, гелик заезжает, в то время летает Минка. Минку пол. Минку не копает сразу. Короче, отдается дроп вообще в никуда. Здесь все отдается, тоже гелик отдается. 327, лимита 20 разница. Это 3-2-1 в пользу Innovation. Такого
ужасного просто размена я давно не видел, на самом деле. Сеточку на Твиче пацанам скидывайте, ребята, потому что у меня ботов там нету, чтобы они видели. Чалик задрых весь, бедняга. Не бедняга, точнее, а красавец он. Оп. Сейчас после игры покажу вам. Я думаю, здесь уже недолго осталось, скорее всего. Хотя, может, какие-то чудеса произойдут, но на самом деле для тайма начало ужасное. Третья цешечка у инновейшна. У тайма, правда, Steam раньше, но здесь тоже сейчас Steam будет заказан. Здесь устроится, экономика лучше намного, боевого лимита больше намного. Как бы я не знаю, что здесь там сможет делать. При этом всем у тайма нет третьей ЦСХи. Здесь по макро будет тайм проседать реально. Заезжает гелик от инновейшна, спалил циклон танк, ну а что дальше? Дальше ничего. Здесь у нас плюс 2 барака будет на реакторы сейчас. Инженерки 2, наверное, инновейшн добавит сразу. Третья цешечка не спешит пока лететь. Построил 4 викинга и потом уже медивак только начинает строить. Так, энергию, кстати, подкапливает, все не выкидывает. Да не, вот выкидывать начал мулов тоже. Здесь у нас плюс один заказано. Вот две инженерки пошло, на которых я говорил, плюс 2 барака. Ну и навышена задача сейчас отсидеться на танках майках, просто оборонительно действовать, менять позицию, то есть контроль, из какого направления будет врыв. Можно похарасить, полететь, потому что лучшая защита нападения, как бы. Ой-ой-ой, сбивает инновейшн Рейвена сразу тайму. Минус Рейвен, это вообще неприятно. Здесь с циклончиком видит Инна, что выход идет к нему со стороны тайма. Стим будет... уже готов Стим. Здесь, кстати, нечем встретить. На халяву тайм сюда может прийти. Вот инновейшн рискует, на самом деле, сильно. Очень даже рискует. Залетает тайм. Танки, блин, вперед Мариков. Что творит, вообще не понимаю. Ну, Марики на Стиме зато разваливают. Будь здоров. Инновейшн танк убивает, да, КСМок отдал, да, по рабочим меньше, но здесь харас продолжается. А здесь отбивается, и третья сэшка есть, две инженерки работают. Ну, кстати, Инновейшн рискнул, и посмотрите, 24 КСМки уничтожено, это было не очень. Но он задолбает, на самом деле, тайма вот этим харасом, потому что воздух он контролит, то есть викингов сбить нечем. А сейчас, которые будут с прироста выходить, будут за два залпа погибать просто, и все. Вот сейчас один выйдет, 2-3 секунды, все, минус викинг. Просто за два залпа, как я и говорил, но один погиб тоже и у инновейшна с другой стороны. Здесь викинг тоже вылетает, минусует его инновейшн. Короче, просто жесткий вообще. Харас идет по лимиту уже в плюсе, парабам тоже восстанавливается понемножечку. Ну, тут викинг все-таки упадет сейчас, нужно сваливать инновейшн, но он дело свое сделал. Здесь сечка в другом месте строится сейчас. Да не за что, пацаны, всем на Твиче здорово, сегодня прямо нету английского стрима, поэтому аншлаг на Твиче, у меня столько народу там и не бывало никогда, потому что очень часто рестримы, как бы я Твич просто обрубаю, у меня даже партнерки там нету, но надо партнерку, короче, напилить будет, вот наверняка сегодня были бы фолловеры какие-нибудь там, еще что-нибудь. Ну, как бы основной канал гудгеймовский мой, поэтому в описании канала на Твиче смотрите, держите его в уме. Кому нравятся мои стримы, как бы заходите почаще на гудгейм, очень часто я рестримлю какие-то турики именно там. Возможно, и сегодня вечером будет какой-то рестрим, или там Топ Докс будет турнир такой. Можно стримануть будет. Тут инновейшн пытается... Ой, полный почти медивак сбивает. 122, 86 по лимиту. Пошли дропчики.
Innovation просто в осаду берет здесь базу третью тайма. Тайм пытается убить, конечно, медивак, и даже этот медивак не выбивает. Здесь просто жесть, прирост сюда подходит. 2-2 уже у Innovation делается. Короче, везде здесь жесть полная творится. Танчик на ХГ завел. Грамотное очень позиционирование юнитов, смотрите, от Innovation. Простреливает все, и причем... Что мне нравится, насколько молниеносно, да, он эту позицию занял. То есть он не тянул время вообще. Тут можно даже отдалить немножечко, посмотреть сверху. Даже можно шифтом вот так вот отдалить. И на вышем просто так занял. Попробую вот сюда наломить. Тут такой огневой мешок просто будет. Танки все будут сюда атаковать. То есть если атаковать, то как-то обходить вот с этого направления. Но и на вышем-то понимает, что надо позицию менять сейчас. И он ее меняет. Тут танки на ХГ дропаются. Криво дропаются, блин. Там первый тайм танк залп сделали. Ошибка от Innovation сейчас была нелепая. Конечно, когда дропают танки из медиваков, выстрел идет через 1,7 секунды. То есть оппонента танки твоего, если ты находишься в их ренже, они без... Ну, на халяву делают зал. А танк стреляет сколько у него между атаками? 2. То есть, как бы, фактически, халявный залп есть там. То есть, по тебе делается залп через 1,7 секунд ответка, через 0,3 второй залп получается от тех, которые были там. То есть, как бы, нужно об этом помнить все время. Innovation 3 убивает. ГГ, короче, пишет тайм. Вот такие вот дела. Innovation Punk сейчас будет, ребятки, пара, ждем. Так, ребят, на Starline на кибетике появились ставочки, отлично. Это не может не радовать. Innovation Punk, ждем начала, это ТВЗ будет. И после Innovation Punk будет центральный матч, центральная игра вот этой группы, центральный матч. Это будет Innovation против Hero, бывшего CJ Hero, как бы это будет круто, естественно. Ну а вы помните про поддержку меня и моего канала, естественно, ребятки. Не забывайте. Срывайте бонусы на свой вкус. Подключитесь к Теле2 до 28. Завязывай. Так, Innovation Punk сейчас будет, да? Да, Innovation Punk сейчас будет. Коэффициенты халявные просто на корейцев. Можете изи пилить. Hero Innovation, фаворит Hero сейчас. На Hero 1.10 против тайма еще. Кас абсолютный фаворит с братком. На, кстати говоря, на Starline Вердос Скоу абсолютный фаворит. Тут, кстати, тоже тут интересные такие моменты есть. Так что, ребят, давайте там, давайте. В среду завтра будет шоу-матч, скорее всего, после Старлайна. Хэппи против Ревчика. Хэппич возвращается, чтобы задать урок топ-1 России по версии Весга. Но получится ли дать урок, преподнести, так сказать? Вот это вопрос.
Все, пошел инвайт, отлично. Опять кто-то готовность не нажал, ребят. Не знаю, кто это был. Все, Punk Innovation начинается. Поехали. Кстати, хотели напилить в шоу-матче. Чё-то не напилили. Зря не напилили, на самом деле. Ну, через плеер будет поддерживать. Хэппича, блин. Поехали. ТВЗ, Мороз. Первая карта у нас. Innovation. Газ первый делает барак. Как вы видите. Так, захват правильный, да, правильный. Все отлично, ребят. Кто хочет поддержать, как вы знаете, реквизиты в описании. Через плеер лучше поддерживать, правда, в этом месяце. Конкурс стримеров и все дела. Три барака рипера от Innovation, ребят. Ну, сейчас что-то все, походу, риперов первыми играют. Innovation нет, правда, информации, где тайм живет. Но он правильную точку сбора ставит. Простите, тайм, панк уже, какой тайм. У панка стандартная 17-я хата, газпул. Сейчас овер прилетит. Видит рипера. Innovation видит, откуда рипер, откуда овер летит, естественно. И один барак он, остальные даже не увидел. Ну, посмотрим. Не удалось тайму убить панка, когда он играл масс риперов. А вот Innovation, мне кажется, получше все это делает как-то. Джейсон Стэтхэмс. КС. Через 4 минуты СК2 установишь. Ну, судя по никнейму, ты сразу в ГМЛ ворвешься просто. Короче... Так, Роуч Уоррен понял сейчас, панк, что чем здесь пахнет вся эта ситуация, что тут масс-риперы. У Innovation королевы вперед не надо вне крипа королевами ползать, это на самом деле лишнее абсолютно. Строит тут дрончиков еще 3 штуки. Ну без Роучей-то отбить, вот 3 секунды до Роуч Уоррена, уже может быстрее Роуч Уоррен делать, королевы уходят, куда они пошли-то, ё-моё, минус дрон сразу. Где Роучи в продакшне, я не понимаю. Innovation приходит и начинает просто шатать. Линк минус.
О, еще нет, 4 роуча первых заказано. По королевам очень больно. Гранатки падают сейчас. Одна королева осталась полудухлая. Риперы уходят на мейн. Но здесь есть королева, есть муф у лингов уже. Да куда ты? Какой зерк, а, блин? Тормознутый попался. Уйди ты лингами подальше. Пусть он на крип залетит. Он же не видит, что у тебя мух доделся. Соображалку-то врубать надо. Это как я вот недавно с тираном на ладере играл, и с тиранами как? То есть ты протосом играешь, как мазеркор строишь, ведь бывают билды с более поздним мазеркором. У тебя есть пилоны на мейне по периметру? Не выводите мазеркорника вперед рипера ловить, он ни хрена никого не поймает. Сныкайте здесь подальше, рипер такой носом своим, ага, сейчас я тут на мейне полетаю, а вы бах, оверчашка, а он близко полетел на пилон, например. Ну, с очень опытными игроками не вкатит, но на самом деле многие так могут подлететь, подумав, что нет его, например. То есть это такое, это Mind Games. Так, 10-цечка уже в орбиталку, Steam уже пошел, факта уже делать. Сейчас что нужно инновейшн, ему просто нужно не отдавать риперов десятка, ему вот, а девятка их уже стану. Надо вот так вот лезть на роучи риперами? Я думаю, что нахрен не надо просто лезть, почему? Потому что... Сейчас будет выход жесткий, эти риперы помогли бы не слабо в этом выходе, на самом деле. Но зато экономику сдерживает, все сдерживает. Крип туморов ноль, вообще ноль у зерга. Зеро. Но не зеро микро, а зеро крип тумор просто. Так, опять на мейн инновейшн. Нет, на мейн не рискуют соваться. Здесь Реводжер затанковал, как царь минус Реводжера, осталось только шматки какие-то от него. Так, линги улетают, ну лингов инновейшн раскатит, это факт, лингов катит, уходит, ну два рипера потерял еще, ну 6 есть, 6 лучше не терять, гранатки помогут. Проверяет третью хату, все, Steam готов, а нет, Steam не готов, я вру, сейчас медиваки пойдут уже скоро. Ну, здесь подкопились уже юниты, кстати, инновейшн. Без третьей ЦЦхи играет, он собирается убивать зерга с двух, я так понимаю. Так, здесь какая-то кривая стенка, смотрите, она, то есть, не заслоняет проход, здесь могут линги просачиваться, вот тут хорошего здесь мало, конечно, для тирана. Все, медиваки готовы, надо брать их вперед, вести просто, что инновейшн и делает, прожал буст одному и второму, и все, марики и два мародера стягивают сюда, плюс риперы, 95-96 по лимиту, и без крипа зерк вот этой вот всей шляпой, сможет ли он это отбить? У меня что-то сомнения очень-очень большие по этому поводу, что зерк здесь что-то сможет отбить. Главное навыть, что на фаерболы не лезть. Все, рипер био здесь. Пошел жесткий замес. Гранатками навышен там нормально бомбит. Все. Риперы все еще живы. 4 штуки до сих пор. Нужны новые гранаты. Кидает и навышен новые гранаты. Дэмэдж все раскидывается. Проходит вперед. 1-0 и навышен. Это разгром, ребятки. Вот потери у нас в этой игре какие были. Так, спасибо Плутус за премиум. Так и не починили, короче. Что ты запрыгнуть не можешь на окно? Все, я в игре, ребят. Нужна мне лапа твоя. Что-то больно тебе сделал?
братанчик мой, вот он, крокодил шерстяной. Крокодил шерстяной. Поехали, ребят, далее. Как обычно, минутка шерстяного крокодила на стриме. Так, ребят, все, здесь опять масс риперы, посмотрите, от инновейшена. Ну, такие карты. Чалик что-то лежит там, отдыхает. Пошел гулять. Ну иди. Прилетает реперочки. Харас начинается уже здесь. Вовсю. Гранаточки по королевам по всему кидаются. По три репера строятся. На ХГ прыгают реперончик один. Да, криво была, поправил. Ну что, здесь маслингами пытается отбиться у нас китаец. Но уже 8 риперов есть, и 7 из них здесь, на самом деле. И как маслингами все это дело отбивать? Ведь инновейшн, он может, конечно, и не бьян. Я думаю, контролить риперов он умеет прекрасно с гранатками. То есть принцип-то контроля он понимает, естественно. Что просто нужно гранаточки кидать по отдельности, чтобы линги забегали и постоянно получали сплэшем дэмэдж от гранаток. Так, здесь что-то контроль идет. Гранатки, крампи кидаются, спускается на вышин. Ждет просто 11 риперов, плюс 3 еще будет. Здесь уже третья цеха прям там пошла. Рипер, все, переход в стимпак пошел. Здесь две. Так, здесь пристройки. Прям какая-то стенка прям с пристройками. Вот это, конечно, лишнее, как мне кажется. Но сейчас будет третья хатка, зато отменена риперами. Это факт. Я думаю, линги здесь вообще ничего не смогут сделать с этими риперами. Даже не знаю, что и навыч. Ну, надо
поагрессивнее даже. 10 лингов он стабильно отстреливает вот здесь по кусочкам. Как их бомбануло сейчас. Вы видите, что риперы делают с лингами? Это просто жесть какая-то. Приходят короли, да гранату им под ноги там туда кидать и все. Гранаты кидаются, трансфьюзы даже не спасают сейчас оппонента и навычно панка. Королеву уничтожены все, да забирай этих-то тоже, ё-моё. Только дэмэджными реперами не надо ничего забирать. Все, королевы все минус, смотрите, просто жесть какая творится. Все это на 5 реперов разменено. Ну, это в стиле Бьяна, как бы, ну, тут, в принципе, не намного хуже инновейшн исполняет, чем Бьян. Так, линги вообще просто, я говорю, лингами отбивать риперов в больших количествах против хороших тиранов. А хорошие тираны, которые явил Бьян, ну, вот инновейшн круто. Очень круто Ютермал исполняет это из европейских игроков. Вот потери просто, смотрите. Сейчас еще хата погибнет. Пытается ЗРК отбить, но он на этом отбивании уже все потерял. ГГ пишет. Панк вообще, короче. Ну, я говорю, лингами отбивать это вообще... Спасибо, Плутос. 300 рэ вижу через плеер на дичь для крокодила. Чуть озвучки сегодня нету. Так, стеновой, все нормально, главное, на премиум у меня есть там копейки, а это как у тебя получится, там, смотри сам. Вот. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят. Чалик. 300 рублей заработал мне, да? Ладно, надо чалику купить, мне будет жевательных косточек. А то давно не брал. Ну что, CG Hero мы ждем, это очень важно. Очень важный матч, центральный матч. Спасибо всем, братва, за поддержку сегодняшнюю. Просто 1000 человек вместе с Твичом. Это успех, ребятки, у нас сегодня. Хира нет чё-то. А почему нет хира? Инновейшн что-то говорит, но я не понимаю, что он говорит. Признаться честно.
Не видно пока Хира. Сейчас Лайфенга спросит кастер, и Хира вернется, я думаю, скоро. Так и поддержал ваш канал на сумму 150 рублей, сообщает Помми. Слышал про ядерную бомбардировку в Йемене в прошлом году. Так, привет, окунь. А в Йемене ядерную бомбардировку, это бред. В Йемене было видео, можно найти, около Саны, по-моему, столицы Йемена, был удар авиационной коалиции, вот где Саудовская Аравия, Катар, там Эмираты, вот этой арабская коалиция, по складу, по-моему, с какими-то тактическими ракетами, я не знаю, какие, ну там скат, по классификации НАТО, ну, модернизированные, я так понимаю, у них еще какие-то, и даже видео есть, там адовый взрыв, конечно, я не знаю, эквивалент мощности, но такой, как тактический ядерный заряд, поэтому кто-то хрень такую придумал, написал, вот такие вот дела. Спасибо тебе за поддержку. Да, сегодня на Твиче аншлаг, нету просто английских комментариев, надо пользоваться, да? Спасибо всем, ребят. Все, Hero Innovation, центральный матч, в общем-то, ребят, это группа получается. Ну, победитель, я думаю, займет первое место. Я не думаю, что у китайцев есть какие-то шансы против CJ Hero просто. Можно вот так вот запилить, можно так вот. Я думаю, вот так вот лучше будет с командой, потому что здесь видно, что это Hero. А за поддержку всем громадное спасибо. На кибетике ставочки есть, помните об этом. Что-то сегодня не хочет кибет нормально заходить. Приходится фригейт переподключать. Посмотрим, как Hero Innovation выпилит.
Так. Все, я здесь все подправил, ребят. Хира, как обычно, любит он прокси делать. Мешает на вышнуться цеху поставить. Ну, он рядом поставит, а что? По-английски чуть комментить. Во-первых, я не могу комментить и на английском, и на русском одновременно. Во-вторых, у меня английский слабенький в данный момент, чтобы что-то там комментить по-английски. Так, реактор после рипера, рипер вперед летит, у Хира Мазеркор. Плюс адепт, кстати, есть. Понял ли Innovation, что происходит? Хорошо тут рипера Хира прогнал. Рипер на мейн запрыгнет? Да, рипер запрыгнет на мейн, и приятного здесь мало. Но здесь проблемы, ну, очень большие будут у Innovation, я вам честно скажу, ребята. Рипер минуснет точно одну пробку, может, и еще минуснет сейчас. Так, идет адепт. Очень долго он чуть не может по реперу стрельнуть. Короче, Хира как-то криво здесь законтраливается дома. Адептика пока не выводит вперед. Но рипер будет здесь напрягать, летать. Мейн Хира, в общем-то. Здесь ЦЦФу отменять вынужден Innovation. Нужно уже сразу уверчаш поставить. Здесь две пробки что-то делать. Чем две-то они здесь делают? Уверчажем. Да, реактор надо выпиливать сразу. Рипера здесь Хира наконец-таки отбил. Сейчас и Оракул подлетит, это очень серьезный пуш на самом деле. Так, Минку Innovation перезакапывает, понимая, что... Ай-яй-яй, просто царь Innovation, как он сейчас сфокусил Минкой. Ну, нужно пробок уводить, нахрен они здесь вообще тусуются. Минкой зафокусил именно Оракул, и Хиро решил, что Innovation всем мертвец, что ли, вообще? Да. Хира решил, что Innovation не сможет сфокусить просто Оракула, судя по всему. Как он так решил, я просто понятия не имею. Минка не хочет Innovation стрелять по адепту. Понятно, что Оракул здесь напрягает и нет смысла стрелять. Так, ну есть Викинг сейчас. 6 КСМ-очек минус, но 26-22 это вполне приемлемая ситуация. И Хира сразу отступает, запиливает Никсус, дома робо делается. Нужно Оракулом пытаться что-то делать. Здесь у нас фениксы подстраиваются, викингов можно будет выбить. Не рановато ли Хира Мазеркорт увел? Мне кажется, что может быть рановато. Так, ну что, летают у нас. Фениксы контролят воздушное пространство. Оракул жив. Все, у Хира живо. Он выходит вторую цеху. А здесь нет вообще цехи. Но здесь, смотрите, здесь два циклона. Так, грейды. Нет, нет уникального грейда на них. Вот это вот, который дает им дэмэдж по тяжелому. Но здесь есть два либератора. И на самом деле, ребят, это очень опасный такой выход будет. Что есть у Хира? У Хира есть три феникса и ничего больше, фактически. У него есть один... А, нет, три гейта. Пилончик на... Блин, как Хира туканит, видит выход и пилон так долго ставит. Здорово, Илюх. Так, будет Хира здесь отбиваться? Не, пока не хочет, но с Эморклом с одним будет Хира отбиваться, я так думаю.
Но проблема здесь в либераторах, их никуда не деть просто отсюда. Innovation приходит, пилон падает. Все пошло вперед. Надо минку поднимать, оракулы жгут сейчас циклонов. Адепты заходят под либераторами, просто разваливаются в хлам Хира. 60 на 40, ребят, по лимиту. Innovation здесь просто унижает Хира экономику. 15 пробок уничтожено. Я думаю, что это даже минус Хира. Куда ты лезешь-то, ё-моё? Удает. Чудом циклон здесь еще живет. Попытка прикрыть своего Мортала. Не получается прикрыть. Либератор сейчас в космос улетит. Здесь этим циклоном Мазеркор можно будет развести. Либератор минус... Нет, стал минуснет одного сталкера. Циклончик все-таки упал. 28-30 пробам. Это катастрофа для Хира, вот что вот так вот получилось. Ну, а как он? Ему без рабочих было просто не отбить. Наверное, все-таки надо было больше масить фениксов. Плюс Хира, на самом деле, очень поздно запилил сюда два пилона, как бы один пилон. Ему надо было, увидев этот выход, ему сразу надо пилоны вот сюда ставить, чем две штуки нужно было ставить. И тогда бы он смог бы продержаться подольше, поварпить побольше юнитов. Причем, наверное, ему нужно было сразу часть юнитов в тыл завести. Хотя толку от этих юнитов в тылу, если там циклоны есть, если они спалят, то это будет просто потеря юнитов. То есть это тоже такое спорное решение, на самом деле. Так, здесь пробивается пилон. Летает призма. Хира думает, как бы с какой стороны напасть. Стимпак пошел всего два барака. Это на выше. На самом деле Хира еще можно втащить, несмотря на провал по лимиту, потому что там всего два барака. А, опа, Хира, блин, пушку это собирается сделать, честно, насколько я вижу. И на выше идет вперед. Танками тут бомбит Хира. Здесь Даварк на призму идет. А что за грейд? А, у Хира, кстати, плюс один и глефа, ребят. А плюс один и глефа, это значит сейчас минус экономика Innovation просто будет. Марик с двух ударов, КСМ-ка с двух ударов. Все с двух ударов здесь будет разваливаться. Плюс адептов Даварк дома идет. Короче, катастрофа для Innovation, ребят. Он здесь не отбивает ничего вообще. 29-36. Но в это время напрягать пытается Хиро он одновременно. Он здесь зилки и адепты есть. Хира передропывается на вторую базу. Жесткий напряг идет. Потери, вы видите, просто жесть. Так, адепт врывается под мариков. Марики без щитов. Это 1-0 Хира, ребят. И 73-34. Блин, ну Хира это сверхчеткий протс. Реально, он никогда не был мертвым. Реально, у него есть спады, как бы у него, да. В форме он не всегда в крутой, но он мертвым абсолютно не был никогда. То есть он умеет чизить, он умеет делать... Все что угодно, он умеет играть не по билду, а по ситуации по игровой. Пошел инвайт, заходим мы далее. На Твиче просто пятихатка народа. На ГГ-плеере просто пятихатка народа. Чалик там что-то разлаялся. Вторая игра, Hero Innovation. Поехали, ребят. А вы помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Отключаете адлоки, подписывайтесь на премиум, ну поддерживайте меня и мой канал, естественно, по реквизитам в описании или через плеер.
Это у нас какая получается? Ну, Афенги игра. Так, это четвертая. Дальше будет после Innovation Hero еще две игры. Hero против китайских игроков, соответственно. Ну, а вечером у нас будет Starline Лига. Так, Прокси Барах Innovation делает. Два газа. Ну, это Рипер Факта будет, видимо. Да, Прокси Рипер. Факта дома. Да, будет сейчас факта. Это будет, кстати говоря, знаете, что вот инновейшно? Прокси Рипер, выход в циклона плюс грейд на него. Я не помню, как он называется, но... Дэмэдж по тяжелой броне, по хэви. То есть пилончики будут минус... Все будет минусоваться здесь. Рипер готов лететь на ХГ. Здесь пилончики. Здесь, кстати, бункер будет. Около него нет пилончика, между прочим, около того бункера. У Хира только Мазеркор сейчас в продакшене. Надо контролить. Хорошо меняет местами сейчас рабочий, конечно, Хира. Молодец. Ну, в контроле Хира всегда был великолепен. Ему даже одну пробку не убьет, что ли, Innovation. Ну, Хира царь просто, конечно, законтролил. Смотрите просто, сколько дэмэджа, сколько он стрелял, сколько патронов потратил, да никого не убил. Здесь Мари Крипер около Никсуска. Обязательно нужно сейчас Хира Илона прям под бункер напилю. Не, ну это нагло совсем как-то. Вам так не кажется, ребята? Так, Рипер в это время врывается на мейн. Ее Сталкер собирает встречать. И на вышен гранат начинает кидать. Нужно ли вот так вот было интересно встречать? Пилончик один точно выживет. Хира, посмотрите. Все, молодец. Хира надо КСМ-кой вычинивать, стараться. Ну, решил Innovation, что проще продать бункер и циклонами потом разваливать прийти, видимо, я не знаю. Но, ну, хз, решение спорное, как по мне. Ну, Хира очень грамотно, четко это делает. На 1100 человек уже, почти 1200 вместе с Твичом. Так, Мари кинул уграунде, хитрый Innovation, просто хитрый. Хира идет вперед, но очевидно, что он вообще без разведки играл. Очевидно, что такой, если бункер ставят, тут вот я уже на ладере играл, и мне уже очевидно, что переход циклонов идет после вот этого всей темы. Вот они едут вперед, скоро грейд будет готов. Но сможет ли Innovation продавить здесь? Вот это вопрос. Здесь нужна подсветка на ХГ, понимаете, как бы. А подсветки тупо нету, короче. Сталкеры минусуют одного Innovation стража, но циклон в мясо дэмэджный просто. КСМ-ки будут еще. КСМ-ка есть одна сейчас выходит вперед. Медленный варп здесь на пилоне на этом, обратите внимание. Надо вот этого было захватить сталкера. Он никуда бы не делся бы отсюда. Прилетает либерончик еще. Либерончик раскладывается. Ой, минус циклон. Хира заходит под либерончика. Ну, кстати, либерончик пару выстрелов успел сделать. И подъезжает еще один циклон. И он сталкеров будет унижать просто с этим грейдом. Сейчас минус сталкера один. Здесь еще бункер пилится. На, хватать пилон сейчас просто. Да ты идешь ты на... Какие пробки твою штадивизию, блин. Сталкеров надо захватывать, он пробки захватывает, удает. Сейчас Хира на халяву давайте еще отобьется. А он отобьется, кстати говоря, Хира. Насколько на халяву сложно сказать, но изи от барона, я бы сказал, это для Хира. Подсветки не хватает Innovation. Ну, короче, сталкеры наглеют здесь, ходят. Надо их как-то ловить. Либератор полетел блочить мейн или сзади, там я даже не пойму. И что, Innovation в цеху уходит. Нет, этот билд должен на самом деле больше дэмэджа наносить. Который Innovation использует сейчас против Хира, но он не смог больше дэмэджа нанести. Сколько смог, столько нанес. Твайлайтик пошел.
Три барака, посмотрим здание. Три барака, робо. Здесь факта, один барак всего, и то вот он летит. Нету дома ни стимпак, ни заказ, ничего. Только первое добавляется. То есть тайминг стимпака просто будет, вообще не знаю, ну, минутик десятый, наверное, он доделается. Сейчас уже седьмая пошла, да и то, да. Какой к десятый? Стимпак делается только 3 минуты сам примерно. А я не говорю уже про то, что нужно бараки достроить, нужна лаба, нужно заказать стим. Даже к 11, наверное, к 12 будет стимпак. Так, пошла орбиталочка. Три циклончика танка, Innovation собирается. Хара. Кстати, блинка у Хира нету еще, все еще. Очень неаккуратен Innovation. Блин, Хира выходит, просто катит, вообще дешево. Минус 2 циклона сразу. Innovation как-то здесь, ну, честно говоря, контролит странно, я бы сказал. Так, здесь циклон наталкивается на сталкеров, которые просто идут к Innovation. На муве сливается. И Хира сейчас с призмой, с блинком просто будет дожимать. Плюс 2 гейта, смотрите, плюс 3 гейта. Один гейт здесь можно было бы напилить, то эти пилоны стали быстрыми бы сразу бы. И Даркшайн пошел. Но это, походу, минус Innovation. ГГ, он пишет. Хира изи 2-0 просто. И ошибок много, много ошибок. Очень много ошибок. Сейчас будет следующая. Hero Time у нас будет следующая игра. И Hero Punk потом будет. Так, это кто? Хира. Ждем тайма. Ну, посмотрим, что китайский тиран после Хира сможет, против Хира сможет сделать. Кореец просто расковырял в хлам. Да нет, Innovation хорошо играет, просто пару ошибок и все здесь, что тут поделаешь, ничего не поделаешь.
Фига там, 700 почти человек на Твиче, ё-моё, 600 с лишним. Ребят, помните, что на Кибетике, кому это интересно, есть ставочки. На данный матч от Хиро Тами, я на Хиро запилил 1.08, нехрена на Хиро коэффициент. И на Starline тоже будут ставки, естественно. Сегодня вот они присутствуют. Так что пилите, кому это интересно. Все, поехали, Time Hero. Кто фаворит группы В на Starline? Ну, ты можешь посмотреть на коэффициенты, как бы, и сам все поймешь. Вот, мне сложно что-то сказать. По-моему, все вы достойны быть в плей-оффе, но так как-то группа получилась. Я не знаю, как там она так получилась, ребят. На Твиче, ребят, народа больше, чем на Good Game. У меня как-то такое было. В Варде нет, никто не стримит. Вот тебе расклад, ребят. Но вы помните про поддержку, естественно. Подписывайтесь на премиум. Флеслон активировал премиум на ваш канал. Отключайте адлоки. Ну и мой канал не забывайте поддерживать, естественно. Флеслон, спасибо тебе. Ты видел, быстрый варп делается без гейта, просто на быстрых двух, просто на двух пилонах, хит Висборн. Открою тебе секрет, что быстрый варп делается не только с гейтом. Он делается на пилонах, которые в рейнже Нексуса стоят, примерно вот как этот, и на призму еще. А больше он нигде не делается, быстрый варп. Так, ЦЦХа пошла. Так что не надо тут прохладных историй. Факта пошла у Тайма. Рипер факта. Так, Тайм видел, что Хиро отсюда прокси делал с инновейчным и решил сразу проверить. Еще фотка кучерявая еще. Кто кучерявый? Ну что, Тайм против бывшего CJ Hero у нас играет. Можно чуток и в ПЭП смотреть, Мазеркор готов. Ну, Hero не собирается улынов каких-то делать, это ПМщик, посмотрим, что Hero делает в начале. Адептик пошел дома Роба, здесь все заказывается. Да, ставки запилили. ТСМ-ку минусуют одну. Хиро и адептиком уходит спокойно на центр. Будет Тайм идти вперед. Да, Тайм идет вперед. Смотрите, можно адепт на халяву зашатать на самом деле. Так, иллюзия вперед идет. Здесь, кстати... Не решился Тайм что-то ловить. Хиро ушел. Летят мулы новые. Видел Хиро вообще, что происходит? Нет, но он не видел факты Старпорта, как бы, но он понимает, я думаю, что там факта Старпорт. Сталкером Рипера сейчас явно спалил Хиро.
И минка спалилась. Да, причем Nexus может быть строящимся. Залетает Рипер, Кира ставит уверчаж. Вот пилон убил одного Рипера. Соответственно. Есть. Газ на второй раскачивается, дропчик летит, от него многое зависит на самом деле. Когда тиран хоть что-то дропом этим первым делает, тогда ему проще продолжать. Так, копается минка, плюс марики. Минка еще ближе копает, сейчас мариков нужно подконтролить. Минку не сконтролил, она стреляет по пробке просто. Ну вот это ошибка, конечно, была со стороны тирана, нужно переконтроливать всегда на боевого юнита, либо еще на что-то. Ну, обсервер видит Хиро, что здесь тайм висит и никуда не уходит. Блинк, фаржа, робо-бей. То есть это блинк колосса, как шоу-тайм делал с Бьяном на Близконе, на ВЦС-группах. Билд примерно такой же. Так, две минки, кстати, успевают закопаться. Хорошо бомбанули. Здесь две сентря плюс пара пробок, плюс сталкер еще минуснулся. И медивак здесь улетает. Ну, а еще с фаржой, то есть будет колосс еще с грейдами, а это очень важно. Так, за блинк агрессивный со стороны Хира идет. Теперь летает тем, но реактор Хира убил. Сейчас неприятно, нужно восстанавливать сразу же новый. А он строится 36 секунд, это много. Надо сразу танк было так держать. 86-78, у тайма очень даже неплохой такой лимит сейчас боевой. У Хира колосс первые начинают выходить. Вот эта вся тема продавливается просто. Не раз меня продавливали. Вот. Ну, правда, я там сам ошибался. Хира, я думаю, такой вот ошибок не буду делать. Выходом просто биотанки и либераторы только должны быть. Еще два заказано, как бы. Но если тайм отдастся до прилета либераторов, то это забейте. Называется, как бы, грамотные пилоны от Хира, ну, правда, один я второй день здесь напилил, для того, чтобы танки вот отсюда не доставали до них. Так, своего сталкера Хира опять чуть не забрал, что ли, похоже на то. Опасные врывы, очень опасные от тайма врывы, сейчас я прям честно скажу, ребята. Что он делает, вообще понятия не имею. Еще и ушел к теме, что самое интересное. Везет чертяки сейчас тайму. Здесь гейт от Хира пошел. Он контрпуш собирается делать, насколько я понимаю. На центре либераторы. Все надо разгружать. Тайм все разгружает. Либераторы раскладываются. Колоссы идут сюда. Сталкеры. Здесь пилон еще один пильнуть. И вот сюда можно варпить уже будет в это направление, в это место. Так, пробиваются камни. Хира будет пушить 129-122 с колоссами, плюс 2 делается у Хира. Но прикол в чем? Если дома... Вот в чем суть сейчас тирановских вот этих миксов всех? Если он придет сюда разложится, ты в лоб будешь драться, ты можешь развалиться. А в атаке ты можешь вообще развести, потому что тут не туда либераторы будут смотреть. То есть как бы иногда выгоднее нападать. Хотя казалось бы, да, как бы оборонительная позиция лучше должна быть. Но не всегда оборонительная лучшая позиция. Потому что тиран тоже может стационарную занять и будут проблемы серьезные. 121-137, 4 либератора здесь присутствуют. Раскладываются дальше.
11-112, тайм-то живет пока, кстати говоря, и минки у него есть. Здесь давар пожесткие. Колосс уже третий вперед идет. Хорошо, минки тут жахнули. Надо с рабами пытаться тайму драться, я не вижу другого варианта. Подходит биос в другом направлении, либераторы тоже в бой идут. Мародеры падают, здесь минки прямо в центр армии Хира заходят, кстати говоря. Успеют минки бомбануть, да, по адептам неплохо жахнули. Но 33 КСМ-ки потеряно, 33 осталось, ровно половина юнитов уничтожено просто сейчас. Хотя тайм, смотрите, колоссов Хира подлавливает. Один, второй уничтожен, третий успеет убить. Третьего не успевает убить, короче, провал. Один колосс выжил. И этот-то в итоге и зарешает. Ну, тайм молодец, как бы он даже лучше, чем Innovation сражается здесь против Хира. Innovation Хира вообще развалил в мясо. Вот этот колосс бы погиб. Смотрите, у него 23 юнита уничтожено. Если бы не было этого колосса, то, конечно же, там другая совершенно ситуация была. А у Хира еще и плюс 2 грейды есть, вы видите, на 1-1. То есть это для тирана провал, естественно, полный. Не, ренжа либераторов Хира дерется, просто колоссов отводит. Агрессивный блинк вперед. Меня почему Хира мародеров, либераторов попустил бы, да потом на клик бы сбрил бы и все. Потери. Не в пользу тайма, это ГГ. 1-0 Хира, хорош. Что, погнали, ребят. Хира 1-0 ведет. Здорово, Бабкин Барман. Злой бет, я не знаю, что где там залипает. Ни у кого ничего не залипает. Никакие стримы. Так, два барака у тайма. ЦЦшка первая. Сейчас что-то фризы небольшие пошли.
Ща КСМ-ку хера может минуснуть, чини ты ее, ё-моё. Панику кипиш вообще навел пробкой своей, жесткий. Ездит тут что-то пробочка. Ну тут не будет хера никаких пилонов ставить. Он что-то хочет увидеть. Он Марика хочет увидеть, видимо. Пошла лаба. Три барака у оппонента хера. Ну, конечно, ЦЦХ первая. Здесь бы Рипера не стал бы строить. В принципе, да, как бы тиран. Пилончик ставит хера. Не надо пробку отдавать. Это бред. Пилончик отменяет сразу же. Все спалило, и тут интересное здание, очень ранняя роба от Хира. Что это должно быть? Может быть, это дестабилизатор Харас? Так, роба Бэй пошел. Да, это дестабилизатор ранее. Надо только, единственное, надо варп подбустить немножечко. Хира здесь развлекает мариков. Я думаю, против такого билда тирана это будет очень интересно. Привет, детский солдер, привет всем, ребят. Вот, помните про поддержку, естественно, блоки отключать. Премиум подписывайтесь. И через плеер по реквизитам пилите. Так, а, это два... Это две призмы Харас, а нахрен хера две-то призмы. То есть он будет одновременно и дестабилизаторами, и адептами харасить. Вот это да. Ну это хера, как бы, это интересный билд, что тут говорить. Все в атаке называется. Редко мы от Протуса видим такой стиль. Смотрите, пришел адепт, который еще вот здесь вот ходил харасил. Хира берет призму и четырьмя адептами летит просто харасит мейн. Одновременно он летит призмой, харасит, так, плюс 2 гейта еще пошло. Хира причем будет убивать 6 гейтов оппонента своего. Колосс пошел после дестабилизаторов, то есть на двух призмах сейчас будет разводка, а потом врыв. Так, залетает Хира, Марик там где-то рядом. 7 КСМ 10, одновременно 2 призмы просто мейн и вторая база. Но это Хира, это просто красавчик, он... Разбирается просто с таймом на легке, я бы сказал. Плюс еще 2 гейта, 8 гейтов будет. Хира не собирается отсиживаться, собирается добивать. Сейчас надо было не сюда смещать, а наоборот к минералам. Там больше погибло, но Хира посчитал, что так. Какая разница, 13 КСМ уничтожено. 31-45 здесь. Так, ситуация разгромная. Марики адепта распетрушили. Блин, как Хира жгет, конечно, здесь. Потеряно один адепт, у тирана вон что погибло. Приходит колосс уже первый, сейчас будет рейндж готов. До варпа от Хира с 8 гейтов идут, но он на голову. Вот эта игра показывает, что Хира на голову выше китайца просто и все. Колосс заходит, рейндж доделся. Филды надо пильнуть на бункер. Ну, филды на био пилит Хира. Все в порядке, дестабилизатор где-то там рядом. Жахнуть бы дестабилизатором-то. Приноси, я накаркал на голову, говорю, лучше. И Хира берет и разваливается. Но проблема в том, что не может пушить сейчас в ответку тайм. Еще КСМ Макмас минус 29-45 по рабам. То есть тайм только... тайму нужно идти вперед. Но здесь давар хороший, я думаю, ничего не сделает.
Так, что-то все подтягивается и подтягивается вперед. Пошел Steam еще от Кира. Ой, от. Фу, от Кира, от Тайма, конечно. Пытается продавить, но мариками колосса давить, ребят. Да, колосса не как в ходсе, не как в воле, но. Они нормально разваливают. Дестабилизатор продолжает работу свою делать грязную и убивать там экономику оппонента Кира. Вижу, глефы заказаны, сталкеры без блинк. Ну, Хира выход сейчас сделает. Роба, правда, упала, но адепты в тыл варпятся. Сейчас адепты начнут раскладывать. Бункера нет, ни хрена нет, марики под адептов варп. Ну, это, блин, совсем прохладно, ребят. Загружается сейчас тайм, но куда он улетит? Он никуда не улетит уже, ребят. Просто царь Хира, блин, красавец. Минкой забирает и громит, в общем. Сейчас тайма. Очевидно, что здесь силы не равны. По первой игре так не было заметно, как по вот этой игре. Так, от Зимган вижу от тебя 540 на Сбер. Какие турниры будут в этом году? До Нового года ты имеешь в виду? Да много турниров. Будет постоянно лайфенги, вот как сейчас мы смотрим. СГЛы китайские. Будет Старлайн вот сейчас заканчивать. Мы будем Старлайн. Вот. Будет у нас, получается, ГГ года в январе. Там, короче, много. А, Комсторика будет вот 17 числа. Я буду официально его стримить. Напоминаю вам, все нормально будет. Вот, так что вот так вот. Будет до хрена всего вообще. Поэтому можете на много премиумов подписываться смело. Короче, ребят, сейчас Хира против Панка, последняя игра, заключительная, крайняя игра сегодняшнего дня на Лайфен Капе. Спасибо всем за поддержку, братва, в общем, очень приятно. Сегодня еще будет, сегодня самая интересная, наверное, группа на Старлайне. Играют Вердос, Коу, Браток и Кас, в ней два Протоса, два Тирана, все достойные выхода. Борьба будет просто жесткая. Это будет в 7 часов, то есть через пару часов примерно.
Так, ну ждем. Да, панк здесь, все отлично. Привет, Блейк. Когда наши ребята вернутся в топ Европы? Когда будут много трениться, ну и без нашей поддержки, так как команд нету, тоже не обойтись никак. Это факт. После вот этого матча Киропанк я сделаю стоп-старт, вот, вернусь без задержки, видимо, хотя посмотрим, сколько он... А, еще 2 часа, да, сделаю стоп-старт без задержки, поиграю АФП, вот, и потом посмотрим мы Starline сегодняшний. Я думаю, что будет очень интересно, как бы, на Starline. Ну и записи разобью, чтобы удобнее на YouTube было выкладывать отдельно каждый турнир, а не одной просто байдой большой. Часов Россия, Румыния, футбол, когда браток Косков играют, смотреть товарищеский матч мертвецов, которые не товарищеские это не играют, а товарищеские вообще не играют никогда. Это называется Дом Труба, шатал как бы. Это как в картинке у Майкера на канале, где там, типа, с компа удалить, короче, типа, сын там, я удалю Warcraft, там, ты мне больше не сын, так и здесь, короче, на самом деле. Так, что долго, очень долго они решают, но ПВЗ хер, наверное, вообще расскажет. Какие ЗП в командах в Европе, например? Я без понятия, какие ЗП в командах в Европе, например. Но я думаю, что соизмеримые ЗП в Европе обычными, как бы, у стоповых игроков. Вот. Thank you.
Поехали. Вот. Ну, ходили слухи, что в ЕГЭ у Стефана, когда он был в топовой форме, 10 штук баксов, типа, ЗП была в месяц. Я не знаю, вполне возможно, как бы так и было, но Стефана и ЕГЭ, как бы, Стефана был тогда на уровне даже сильнее корейцев, как бы это начало Старкрафта было, плюс личность медийная достаточно был такой, он до сих пор-то, как бы, любят повеселить, плюс ЕГЭ, как бы, да? А команда, в которой гигантские ЗП. Так, ну Кира облочит да, хату вторую, пул первый пошел с газом у Панка сразу же. Вот. В Европе, я думаю, там тоже неплохие ЗПшки. Но нужно быть в топе. Дело не в ЗП могли бы быть и меньше. Просто в России нет команд, хотя бы сопоставимые бы с нашими были ЗП. Да хотя бы там 10-15 тысяч ре как бы в месяц, это уже ЗП. Даже если как бы ее нету, то лан-саппорт, чтобы на турниры игроки мы могли бы ездить. Просто сейчас даже вот ты теоретически проходишь там куда-нибудь, где квота неоплачиваемая, и ты не можешь ехать, курсы какие просто космические валют, да, там и вообще что творится сейчас. Стало ездить дороже намного, чем раньше. Но есть, слава богу, много турниров типа ВЦС и самых крупных, где и оплачиваемые квоты весгов всяких. Сныкал в ровочку хера, они третью пока не ставят. Панк вот нашел пробку панк. Выходит дрон. Или еще пилон напилил. Лингами переагрился. Нахрен ты агришься на пробку, градит этот пилон. Сейчас еще гейт давайте хера впулит здесь, да? Не, гейт не впулил. И пробку отдал и пилон. Это ошибка контроля со стороны хера была. Пошла хата. Не улынет панк. 21-23. Варабам здесь уверчажем овер разбивает. Кстати, очень часто, вот я тоже обращал внимание, сам не раз делал на ладере за последнее время, если овер завершит зарк здесь, а у вас тип застройки с пилоном за газом, чтобы сюда не прибегали с этого пилона, изи можно овер разбивать. Ставишь оверчаж и все. Он не успевает уйти по 30 дэмэджа, пилон лупит ему просто по хребтине. И ничего не сделать. Старгейт у хира. Видел ли панк, кстати, его? Не, не видел ничего. Так, оракульчик пилится. Адепт на второй. Так, не стал пилон хера заказывать первым. Сначала Нексус надо заказать. Пилон, мне кажется, вот здесь блочит Нексус. Хотя находится он... А, ну да, ну примерно здесь пилон и должен быть. Да, получается, смотрите, не блочит нифига он тут никаких Нексусов. Интересный пилон. Летает Кира оракулом тут под ножок. Ну, три дрона, это не так много дэмэджа оракул наполучал. Но он выжил, улетел, как бы все в порядке. 44-45 по рабам. Лейер пошел у панка. Криптумор есть. Один сюда бы. Вот с процессом не надо до хрена криптумора. В принципе, как бы с ним достаточно четырех криптуморов. Один сюда в центр попер. Один вот сюда попер. Один вот сюда попер. И один вот сюда попер. Все, как бы, в принципе. Ну, конечно, больше лучше. Чем больше крипа звергу, тем лучше. Но вот это минимум, как бы, который желательно иметь.
Так, Хира пытается до дронов с газа подбрить, не получается. У него улетает оракулчик, королева заблудилась, инъекция не кидается. Инъекцию-то кинь, ё-моё, 40 энергии, вообще втык дикий, блин, идет. Здесь робо-гейт, стенка на третьей, кстати, здесь чуть... Теперь не проход, что ли, за газом юнита, я не понимаю, вот здесь вот. Здесь же есть проход, насколько я понимаю, или сейчас нет уже. Много очень продакшена у Хира на третьей базе вынесено. Думаю, что это опасная такая тема. Так, продакшен выносить. Гейт пошел, здесь стенку закрывает Хира. Давар по адептикам 4 идет. Призма строится. Будет ли выход какой-то? Ну, 4 гейта. Можно сейчас, например, да. Ага, плюс 2 еще гейта. Архивы темпларов, это интересно, это будут архончики в помощь. Либо Хира сразу будет, он будет харасить и выходить в шторм в ближайшее время стараться. Может быть даже второе. Таракул, улетит дрончик, пожалуйста. Дрона можно протрансфьюзить было, Хира даже не стал его пытаться подбрить. Правильно сделал, я думаю. Опять две призмы, кстати, от Хира стиль этот жесткий. Кто тут подтягивается, шерстизверь? Иди на окно, отдыхай. Так, опять призма залетает, сейчас панк ее может фокуснуть. Ну, призму не фокуснул, а адепта зато фокуснул. Ну, адепты 8 дронов суммарно забирают. Ну, рабов 70 на 68, больше панка. Хата на центре есть. Плюс один скоро будет готов, но здесь-то куда дроны едут без всего вообще? Оракулом Хира харасит, контрольки со стороны Хира великолепны, он не отдает юнитов вообще. Иди на окно, не боись что-то. Цветы тебе не мешают там. Не хочет чалик на окно что-то идти. Цветы будут подвинуть, как-то ему не нравится, как они стоят. Так, у Хира у самого 4-й. Не, кстати, панк как-то вроде проигрывает, но играет он как-то, ну, уверенно в макро старается отыграть. И это очень хорошо. Есть 5 дронов минус. Причем там с корейцами на равных, у Хира. ПВЗ, ЗВП почти неплохого у него, я так посмотрю. Это время призма на мейн пытается у Хира залететь. Панк, развернись, убей ее, призму. Короче, вот это называется контроль. Это называется мультитаск, это называется StarCraft. То есть вот сейчас момент типичный для объяснения вообще балансов там и нытья всякого вот этого произошел. То есть залетели адепты и развалили гидру. Вот, можно начать ныть, что адепты халява там и т.д. Но... Призма летит на красном хп, стоят 4 гидралиска. Увидь с контроль, фокусни, все. Это проблема решена. Но ничего не происходит. Люра на вторую копать, смотрите. Так, люра минусует пилон, люра минусует фотонки. Панк заводит все, юнит 192 на 159. Панка больше, чем Хира, люра еще выше проходит, ребят. Это вообще похоже на 1-0 в пользу панка. Панк что тут у нас? Чудеса на виражах решил продемонстрировать нам. Смотрите, Нексус падает, и панка реально много здесь. Хира, правда, с двух сторон пытается драться. Минус оракул. Штормы по люре пошли жесткие, но сзади приросты бегут. Штормы люру, конечно, дэмэджат, но не так жестко они дэмэджат, как других юнитов. 150 на 70.
И тут панк даже разбирает. Все, посмотрите, два эморкла всего лишь у Кира осталось здесь. Он пытается в призме улететь ими. Улетает даже. Панку можно отступить было вот этими юнитами, но посмотрите на лимиты. 127-73. Здесь нет Нексуса, здесь ничего нет. То есть можно шатать центр и сюда забегание лингами делать. Все. Причем ничем Хира не сможет это законтрить. То есть панк хорошо все делает. Он сейчас может затащить эту игру просто. Я думаю, что он обязан ее тащить вот после такого расклада-то. Так, Лура идет вперед. Нужно ли именно сюда, правда, ему ломиться? Мне вот что-то сдают, что нахрен не надо сюда именно на центр ломиться, как бы. Филды неплохие, но Лура тут прикрывает из-за филдов нормально, на самом деле. Надо отвести мячку Люру. Есть у Хира филды еще? Не, нет у Хира больше филдов. Панк заводит Люру на ХГ просто на халявку, пока Хира не контролит. В это время нет, никаких контрхарасов не наблюдается. Плюс 2 есть здесь, между прочим. Хира пишет ГГ. Панк берет карту у Хира как минимум вообще. А то сейчас давайте еще и пробреет, да, его? Ну, инновейшн уже точно. А, все, панк с Хира. Панк точно не вышел. То есть это матч престижа фактически. И Хира не... Ну, Innovation Хира не сможет потеснить. Вот в чем прикол. У Innovation 4-3, у Тайма 3-4. У Хира 4-0, 2-0, 2-0 было. 4-1 стал. Если даже Хира 0-2 проиграет панк, у него будет 4-2, он выйдет с первого места. Даже если 0-2 проиграет. То есть он создался, задел. Это 3-2-2, что ли, Хира тут решил мутнуть, я не понимаю. Чё за бред? Я там на кибетике на халяву наподнимал. Привет, Андернейм. SkyFi активировал премиум на ваш канал. Спасибо, SkyFi. Вот, за премиум. Спасибо всем. Панк 1-0 повел, ребят, помните и про поддержку. Естественно, через реквизиты и плеера материальную. Конкурс стримеров необходимо в этом месяце. Ну и старайтесь отблоки отключать. Также в группу ВКонтакте подписывайтесь. Там все анонсы записи мои. Она есть в описании канала всех. Вот плюс там розыгрыш мышки от Lenovo с ковриком идет, кому это интересно, конечно. Вот. Сейчас после вот этого матча я поставлю вам реплейчик, перекушу быстренько, поиграю в ПЭ, и 19.00 нас ждет Starline Лига. Группа Б играет братов КАС и ТД.
Да, Psybot, Hira, Lose, First Map. 1-0 панк. Ну, я думаю, что Hira сделает выводы. Хотя панк выиграл макро, как бы уверенно достаточно. Много на Твиче сегодня зрителей, потому что никто не стримит больше. Ну, уже убавилось, конечно, некоторое количество. На наши зомби напали. Скифы. Адептончик проходит к рампе. Точнее, ко второй базе. На мейн будет прыв? Нет, не будет прыва на мейн. Ну так, королева продемажила. Привет, Гекс. Северное сияние у вас. Ну, сейчас такие времена, что северное сияние... Он гернами поддержал ваш канал на сумму 120 рублей и сообщает: приятно прийти с работы и посмотреть толковый стрим. Спасибо, Андернейм. Сейчас такое время, что даже у нас в Пскове недавно северное сияние когда-то было. Вот. Несколько месяцев назад. Хотя в наших широтах раньше не бывало. Но я не видел, честно говоря. Было пасмурно, выходил, пытался увидеть. Видел, что звезды переливались, как бы. Свет звезд был такой какой-то разноцветный. То есть это, видимо... И было оно, через облака не видно было просто. Так, 3 гита, 2 старгита от Hira. Кто пришел там, не знаю кто. Так, по два феникса, да, смотри, здесь адептики вниз. Видите, это чисто адепта фениксы, здесь Беллинг Нест. А третий Нексу-то Hira собирается ставить, чуть не понимаю. А, он пытается напрягать таким образом. Ну, кстати, если фениксов, например, с фениксами поднять всех королев, то почему бы и нет? Здесь, а, вот на третий Нексус понемножку выход идет. Так. Пытается лингов отвлекать сейчас. Здесь бы пару оракулов, чтобы лингов бы в чистом поле поразваливать бы. Залетают фениксы. Халявные оверы здесь висят. Видит это Hira. Но оверы с мумом и королевой очень-очень близко. Так что здесь не надо, на самом деле, агрессивничать с перебором. Hira ставит третий пилон. Третий пилон в ряд. Нафиг в ряд он ставит, их не понимаю. Так, пытается найти оверов бесхозных. И где что подрезать Hira сейчас? Может, на второй что-то найдет. Не, ничего пока не нашел. Фениксов все больше и больше. Тем не менее, плюс один на Феникс пошел. Плюс гейты пошли. 6 гейтов будет. Hira, если хочет улынить без глеф, это вообще бред полный. Улынить без глеф на такой маскаролев, тем более. У нас снег не выпадал еще. У нас уже почти месяц, как зима со снегом. Такого никогда не было лет за 5-6 последних. Вот. У нас в январе трава была, предыдущие годы зеленые, все практически. Вот. То есть, рассказывал мне вчера вот, Леха, крутой чел по великам, спец вообще жесткий, он работает там в магазине, где сноуборды еще продают, снегоходы. Так, ему звонили поставщики там из центральной России, у нас там снег обычно всегда есть, типа, чё ничего не берете, он фотки скидывал, потому что у нас трава зеленая, был год какой-то. Вот, а в этом году прям хорошо, уже катаются на лыжах, но сейчас оттепель опять, наверное, все нахрен растает. Новый год, дождь, последние годы все время был. Короче, ребят, минус оверы, а в этом прям зарядила зима. Здесь, ой-ой-ой, здесь смотрите, какой врыв-то идет интересный. Ну, Hira разрывает беллингов в тылу всех. Здесь уверчаж попер, давар по адептов идет, глефы не готовы. Но плюс один на феникса, зато сейчас будет грейд готов.
Все, что нужно Хиро, это поднять Фениксом и Бейнов, и тогда он здесь нормально все сделает. Так, Уверчаш 1 плюс есть еще. Хиро, контроль же. Так, ну Фениксов надо взять сейчас. Да, Фениксов аж целых 12 штук. Королев, я думаю, нафиг не надо поднимать, а вот Бейнов можно на самом деле. Пошел врыв, Уверчаш выставлять. Филды, ой-ой-ой, какие филды царские, Беллинги не могут пройти до пилона. Адепты спускаются. Пошел замес. Поднять надо что-то. Я не знаю, что-то надо Хиро поднимать. Феникс летает без дела вообще. Только сейчас Хиро поднимает королев. Это реально 3-2-2 от Хиро какой-то. Фениксы были не вне замеса. Че он творит-то вообще? Он охренел, что ли, вообще? Неужели фан тут сейчас так убьет без фантового Хиро? Я не верю в это просто. Мы масс трансфьюз у королев. Есть глеф у адептов. Фениксов Хиро все добавляет и добавляет. Укуснул Беллинга. Надо уйти. Там второй Беллинг есть. Подними фениксами Бейна. Бейна не поднимает, но адептов очень много. 89-98. Все, королев можно... И нужно шатать, поднимает одну, поднимает вторую, трансфьюзов нету. Мне кажется, Хиро здесь выдерживает прессинг, у меня такое ощущение. Но линги заходят, но адепты уже с глефами. Но Нексус потерял Хиро. Вот два овера висят. Сбей ты их, куда-то полетел-то, они дропать могут. Хиро экономику полетел шатать, судя по всему, сразу же. Здесь криптумеры нас... Но я вообще не понял, какого хрена в этом замесе Хиро... Вот он дрался, был уверчаж, был крутой филд, были адепты в бою, но Хиро фениксами, не королев одновременно, то есть суть фениксов и сила в таких замесах, что они одновременно с наземной армией дерутся, отсекают часть армии зерга. В данном случае это могли быть королевы, они бы демеджем не помогали, либо даже лучше, наверное, Хиро Бейнов, чтобы поднял бы. Ну тогда фениксы бы демедж от королев получали, в этом минус, конечно, был. Поэтому лучше, наверное, было бы понимать королев. Так, летает Хиро, опять фениксами ни хрена не делает. Так, адептики пытаются выйти сейчас. Хиро надо прилететь сейчас, убить. Вот здесь два овера висит. Так, адепт на третью там уже заходит. Да, адепты уже на третью заходят, ребят. Панк делает контр-врывы Хиро. Хиро все ведет нахренам-то вперед. Нахрена все прям вести вперед. Я вот не могу понять одного. Так, адепты в третью базу заходят. Хорошую там позицию занимает, плотненькую такую. Хиро ждет фениксами Бейнов. Нужно Бейнов ждать. Где они вообще? Вон они сзади катятся, 4 штуки. Этого явно мало. Адепты с лингами дерутся очень даже неплохо. Но у Хиро нету, посмотрите. Вот они, Бейлинги, Хиро, контроль, ё-моё! Хорошо, Хиро Бейлингов поднялся. Адепты разваливают лингов 100 на 80. Я аж испугался вообще. ГГ пишет панк. Вот эта игра так игра. Смотрите, просто жесть какая была. Ну, Хиро молодец, не растерялся, не проиграл. 1-1. Мы посмотрим решающую игру. Так, спасибо всем еще раз за поддержку. Андернейм.
Так, ребят, смотрите, тут что творится-то. Это просто прокси-гейты. Хиро достал этот панк вообще. Ну так вот, реально я смотрю, и Хиро как будто на 3-2-2 просто нарываться хочет. Здесь три гейта просто. Ну здесь хатка первая, смотрите. Видно, что Хиро на самом деле не хочет тянуть время лишнего. Если Хиро проиграет, не будет никакого десайдера. Сетка есть на кораблик в описании, жмешь канала моего. Хиро бьется с панком, это последний матч. Здесь каждый с каждым играет, это не GSL система. Это система каждый с каждым. 6-3 здесь, вот, ну, в лайфенге всегда. Так, проверяет панк, видит гейты. Чуть не вкурил, как он спалил, правда, это все дело. Если Хиро сейчас проиграет, то я думаю, труба его шатал. Что это за бред вообще творится? Сейчас просто Зергу достаточно напилить плеток, и все. Зерг тупой, он просто не отменяет хату. Он пилит одну всего плетку. Что он делает вообще? Это, конечно, минус хата, и зелков будет столько много, что вот просто отмени хату, 2-3 плетки сразу запили, вот сюда крампи в перспективе поставь, все. Сделай муфлингом, и ты на коне. Нет, зерг же просто пытается непонятные какие-то вещи делать. Это автоотдача реально против такого пуша жесткого. Я даже не вижу вариантов, как можно здесь отбиться. Так, здесь кинги пытаются пилон шатать. Да ладно. Фига ты умный, короче, братан. Зерг дает джаза просто. Все, пора с длингами драться. Знаешь, Хиро здесь все расковыряет просто зелками и все. Плетку тяжело закопать. Хиро идет к крампе. Зелками разваливает лингов. Пытается зайти на ХГ. Конечно, заходит на ХГ мимо королев, мимо собак. Плеточка, правда, начинает атаковать. Хиро вообще криво контролит сейчас. Что Хиро делает вообще? Тоже я поражаюсь. Два дрона спилил сейчас, еще три адепта заходят. Адепты не врываются на мейн. Бустится. Так, варп дома делается, но не бустится пока. Так, еще адептики новые выходят. Зерк постоянно трансфьюзит хат. Сейчас муфлингом доделается, кстати. Адептов можно при таком раскладе и потерять здесь, если муфлингом доделается. Еще три адепта у Хиро делается. Адепты без глеф, правда, но их много, и экономика у Хиро лучше, в чем прикол. При этом всем Хиро продолжает развиваться, самое интересное. Вот нахрен этот был телепорт, я без понятия вообще со стороны Хиро. Ну вот Хиро такой у меня просто, я не верю, что Хиро 3-2-2-шник, конечно. У меня такое ощущение, что он хочет проиграть, и ему тяжело это сделать с панком просто. Какую он третью бежал, он специально сюда завернул, чтобы гейты посмотреть. Окститесь, ё-моё, если вы не видите ничего, я-то вижу, что происходит. Он, скорее бы всего, краем вижена и так бы гейт заметил, но он просто сейчас выехал посмотреть, нет ли там три... Так, Мазеркор у Хиро пытается панк его здесь сгрызть в лоб. Хиро, кстати, нет. Смотрите, Мазеркора пока. Линги прорываются на мейн прямо здесь и сейчас. Сейчас будет Мазеркор. Верчаж по лингам выставлен. В это время Хиро заходит на мейн к панку. У панка 19 дронов, все они живые. На мейне Хиро изи отбивается. На второй адептами шатает. Рабов может иметь смысл пошатать. Так, гейты открыты уже, между прочим. У Хиро саплай блок есть. Здесь пытается Хиро зафокусить хату. Хату зафокусить не так просто. Адепты туда-сюда катаются. 30-46. Хиро все-таки дошатал, кажись, оппонента своего. У меня такое ощущение складывается. Адептики заходят за дронов. Два уничтожено. Остальные уходят. Плёт собирается копаться. Опять врыв на мейн идет. Уже масса адептами только.
Ой, как дроном больно, 9 минус, все-таки Хиро не 3-2-2-шник, это ГГ. Дичь, а не игра вообще какая-то была сейчас. Ой-ой-ой, интересная игра была, ребят. Очень интересная. Все, ребят, через полторы минуты вернусь без задержки я к вам.